Что, так и не удалось заснуть? Нет. Может, чайку? А нет, спасибо большое. К родне едете? Да я домой. Встречает кто? А то одна, да после бессонной ночи. Да все нормально, я просто сына в Москву отвозила, он там учиться будет. Волнуюсь. Тогда понятно, чего не спится. Я вот тоже, когда проводницей устроилась, сыну 12 было. Каждый рейс себя изводила, а он ничего. Даже сразу как-то повзрослел. Так что не волнуйтесь, все будет нормально. Спасибо. Ну, рассказывай, как там Максим устроился. Ой, ну все хорошо. Школа мне понравилась, здание новое, современное. Общежитие находится прямо на территории школы. Максим доволен, конечно. Ой, а я переживаю. Ну, знаешь, дети неизбежно взрослеют, привыкай, подруга. Ну, как вы тут без меня-то? Мы хорошо, все у нас по-старому. Отца твоего Дима навещал, я к нему заглядывала. Зев скучал. Да? Очень извелся. Ну, а что ж ты его с собой-то не взяла? Ну, как бы я его с собой не взяла? Смотри, кто в машине. А ну-ка, смотри, какой тебе Максим из Москвы игрушку прислал. Смотри, мой хороший, ну привет. Привет, мой золотой. Привет, мой шоколад. Привет, пойдем играть. Ну что, я вещи твои в багажник кладу? Ну как ты тут без меня? Ну-ка, ты тут мой мальчик. Я скучала по тебе, мой красивый. Самый лучший. Ну давай поиграй, давай. Беги. Лёль, поехали, дома наиграетесь, холодно. Последние несколько дней не было боли в груди или тошноты? Нет, говорю же, температура была, дышать тяжко. Ну, простыл, наверное. Мне бы больничный дня на 3. Сейчас пойдете сдадите кровь на анализ, а потом сразу на ЭКГ. Я скажу медсестре, чтобы вас проводила. Доктор, да я здоров так-то. Ну, зима с кем не бывает. У меня сборы начались. Мне бы дома отлежаться 2 дня. А без справки никак. Какие еще сборы? Спортивные. Я футболист. А. Иван Сергеевич, там Инну Валерьевну привезли. ДТП. Что с ней? Возможно, перелом ноги, но в остальном все в порядке. Она в приемном? Да. После ЭКГ сразу ко мне. Хорошо. Марину найди, пусть его проводит. Да, хорошо. Идемте. Привет. Привет. Ну, как она? Я пока не знаю. Хорошо, что так быстро приехал. Зевс, сможешь домой отвезти? Конечно. Лучше, наверное, мы тебя здесь подождем. Мало ли что-то понадобится. Да, хорошо. Я как узнаю, что с ней, я сразу позвоню. Хорошо. А сегодня же отца твоего должны выписывать. Да, я помню. Ну что? Ну, ты, говорят, герой тут у нас, а? Иди ко мне. Иди. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Инна Перцева в какой палате лежит? Ее привезли полчаса назад. Перцева. 165-й, но сейчас мне нельзя. А, поняла. Ну, я подожду. Угу. Иван Сергеевич, здравствуйте. Здрасте. Ну, как она? Перелом ноги, небольшое сотрясение. А к ней можно сейчас? Нет, ей ввели обезболивающее, она какое-то время поспит. Угу. Я не понимаю, как ее угораздило.
Да это не ее угораздило. Это все произошло на моих глазах. Я видела, водитель специально хотел ее сбить. Да ладно. А вы в полицию сообщили? Ну, конечно. Я сейчас с Румянцевым хочу встретиться, я все расскажу ему. А насчет отца? Документы на выписку готовить? Ну, да, наверное. Я вот хотела к нему зайти сейчас. Ну, хорошо. До свидания. Зевс. Зевс. Чего? Чего там увидел, а? Ну, тихо, все. Да, здесь нельзя лаять. Пошли, пошли. А у нас же ключей нет. Ну-ка. Ну, естественно, Лёля же никогда не закрывает машину. А зачем? Ну, чего ты там нашел? Чего нашел? Зевс. Ну-ка, дай сюда. А ну-ка, дай. Зевс. Ну, куда? Куда? Зевс, ну, успокойся ты. Чего случилось? Ты такой любопытный, Зевс. Ну, чего? Ну, стоял тут кто-то. И что дальше? Следы прекрасны. Зевс. Зевс, все. Зевс, все, хватит, пойдем. Зевс, ну перестань. Чего ты не угомонишься никак, а? Что тебя так разволновало-то, а? Зевс, давай в машину. Бегом. Подождешь, я когда смогу, позвоню. Марина Владимировна? Да. А где Федотов? На ЭКГ его нет, у меня в кабинете тоже. Вам передали мою просьбу? А, ну да, конечно. Я его проводила в лабораторию. ЭКГ там рядом, я ему все объяснила. Куда он мог пропасть? Ну, а я откуда знаю? Ну и потом, с каких это пор в мои обязанности входит сопровождение пациентов? Этот Федотов, он что, какой-то особенный? Нет, не особенный. Но когда у молодого парня явные признаки свежеперенесенного инфаркта... Извините, простите, вы про Антона говорите, Федотова? Я его фамилию услышал, я друг его, я вот говорил его в больницу прийти. Угу. Куда-то пропал, он на телефон не отвечает. Вы сказали, у него инфаркт? Но это мои предположения. Поэтому я его отправил на обследование. А вы не могли бы набрать его еще раз? Выключен телефон. Странно. А, пожалуйста, позвоните кому-нибудь, кто может знать, где он находится. Угу. А Марина Владимировна сейчас поручит охране все здесь проверить. Да, и оставьте, пожалуйста, ваш номер. Да. Марина Владимировна запишет. Как только он появится, немедленно мне позвоните. Да, да. Конечно. Спасибо. Угу. Пойдемте. Давайте. Не переживай ты так, Любаш. Максим, он же все время на связи. Ты его проведывать будешь. Он приедет на каникулы. Ну? Ну, не курси ты так. Да. Ой, пап, я забыл совсем. Максим просил тебе подарок передать, а я забыл его в машине. Да ничего страшного. Дома отдашь. Кстати, Иван Сергеевич сказал, что как ты вернешься, он меня сразу выпишет. Да-да, конечно. Конечно. Надо только комнату тебе подготовить и, наверное, сиделку найти. Я еще ничего не успела сделать, вот только с поезда. Мне надо еще на работу заехать. Но я пойду. Я завтра зайду к тебе. Да, конечно, Любаш. Угу. До свидания. Пока. Ну вот те и вот. А ты тут размечтался. Дочка приедет, меня выпишут. И выпишут. Но сказано же, сразу с поезда. Только с сыном рассталась. Ей бы в себя прийти. Вот что непонятного-то? А сын-то в Москве надолго, что ли? До окончания школы. Он тут во всех олимпиадах победил. Ему предложили учебу в Москве. В школе для одаренных детей. Надо же. Сейчас. Он сколько раз... Иван Сергеевич, можно к вам? Да, конечно, присаживайтесь. Документ для выписки Павла Анатольевича я почти подготовил уже. А я вот как раз хотела с вами поговорить по поводу выписки. А мы можем моего отца сначала, ну, в санаторий отправить? Там лучше ему будет пока. Можем, конечно. А в чем причина? Ой, да как-то вот так все на меня навалилось сразу. Сын сейчас в Москве учится. Мне надо к нему ездить. Отцу надо комнату подготовить, сиделку найти. Ну, хорошо. Я понял. Найдем какой-нибудь санаторий, раз такое дело. Спасибо.
Лёль, ну чего? Как она? У нее перелом ноги, сотрясение мозга. Навещать ее можно только завтра, так что поехали. Ого. Подожди, сегодня же отца твоего должны выписывать. Я думал, ты из-за этого задержалась. Нет, его пока не выписывают. Стой, так может навестим его сегодня вечером, а? Он оказался таким рассказчиком замечательным. Он полстраны объехал. Дим, давай это все позже, ладно? Я сейчас с Румянцевым договорилась встретиться. Может быть, по горячим следам получится этого человека найти, который Инна пытался сбить. Так, а где ключи-то у меня? Лёля, Лёль, да что с тобой? Ты чего? Я вижу, что что-то не так. Как-то все сразу навалилось так. Я не выдерживаю. Я заметил. Ты даже машину не закрыла. Ну, перестань, да все будет хорошо. Что ты мне как собаку-то гладишь? Рядом. Рядом. А вот так тоже как собаку. Подожди. Ты их в этот карман положил. Тебе нельзя за руль в таком состоянии. Так, давай, садись. Я поведу. Да, Лёля. Ну все, свалили. Что теперь делать? Ну, Антона телефон выключен. Я не знаю, что делать. Мне на тренировку надо ехать. Так, а подруги его вы звонили? Где она? Она может прийти и открыть дверь? Да в том-то и дело, Соня, она в отъезде. Она будет дня через два только. Угу. Давайте так. Я сейчас пойду на тренировку, по дороге к нему заскочу, а потом вам позвоню. Хорошо. А, да, его. Вот еще что. Запишите мне, пожалуйста, все контакты. Его отца, девушки, где она живет, ну и кого как зовут. Хорошо. Ты как? Нормально. Спасибо тебе. Ты как освободишься, позвони, и я приеду. Да не надо, я сразу на работу, тут два шага всего. Хорошо, тогда позвони с работы. Хорошо. Пока. Пока. Игорь Александрович, я правильно понимаю, мне надо сначала заявление написать, да, чтобы вы начали расследование? Ну, заявление должно быть от самой Инны Валерьевны. Вы лишь свидетель. Кстати, как она себя сейчас чувствует? Ей сделали укол, сейчас спит. Боголюбов сказал завтра приезжать. Понятно. Так получается, к расследованию вы можете приступить только завтра, да? Ну, официально, да. Но Инна нам все-таки не чужой человек, поэтому... Я распорядился поднять все записи камер видеонаблюдения с привокзальной парковки. Машину оттащили на штрафстоянку, отправил туда криминалиста. То есть неофициально мы уже взяли это дело на контроль. Расскажите лучше, что вы успели разглядеть. Ко мне. Да толком ничего. Машина была такая темная, с красной полосой, окна тонированные, номеров не видно. И он, когда выбежал, машину бросил, побежал. Я его только со спины видела. Он весь в черном был. То есть опознать не сможете, да? Что же получается? Я вас только зря потревожила. Ну, давайте так. Вы напишите свои свидетельские показания. Дату пока не ставьте. Как от Инны придет заявление, мы их приобщим к делу. Хорошо. Ой-ой-ой-ой, бедная Инна. Тут, господи, без костылей ты не знаешь, как по этому снегу пробираться. Угу. Боголюбов, наверное, ее в больнице оставит. Да я думаю, понаблюдает пару дней и домой заберет, конечно. Домой? А что она там дома, одна нога в гипсе, на костылях напрыгает? Дома? Ну, он же рядом будет. Если что, я приеду, помогу. Или Дима. Так, подожди. Значит, тебя должен был встречать на машине Дима. Да. Но откуда тогда там Инна взялась? Ну, так получилось. У Димы на работе все заболели, ему пришлось выходить на ночное дежурство, и вот, как всегда, в последний момент мне пришлось звонить Инне, просить меня встретить. Только не могу понять, а кто мог знать, что это она меня будет встречать, а не Дима? Что?
Да, Люля? Я вот что хотела спросить. Инна кому-то говорила о том, что она поедет меня встречать на вокзал? Не думаю. Вы созванивались вчера поздно вечером, а сегодняшний день она давно освободила. Но как проснется, спрошу. Хорошо, я буду ждать. Спасибо. А? Леночка, да? Мне сейчас срочно нужно уехать. Угу. Как только Инна Валерьевна проснется, вы мне сразу позвоните, хорошо? Хорошо, Иван Сергеевич. Угу. Спасибо. Да, все, я записала вас. Не волнуйтесь, накануне обязательно позвоним. Всего доброго. Ой, Любаш! Слушай, я тебе тут на следующую субботу записала, а ты, небось, хотела по выходным к Максиму ездить. Пока сама не знаю, как все успевать. Сын и проблемы, еще отца надо забирать из больницы. Ну, ты за отца не беспокойся. Пока тебя не было, мы все с Димой обсудили, порешали, так что присмотрим, не волнуйся. Ах, вы без меня все порешали? А меня предупредить забыли, получается. Ну, просто не успели. Ты не репенься, а лучше пойти спасибо ему скажу. Вот прямо сейчас езжай и все там обговорите. Записи у тебя на сегодня нет, а с девочками мы тут сами разберемся. Все. Тань. Да? Я забыл совсем. Я все, что ты просила, купила, только в машине забыла. А Дима на машине уехал, так что я тебе потом все отдам. Да, конечно, Любовь Павловна. Мне не к спеху. Угу. Давай, 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 давай. Езжай спокойненько домой, приди в себя. С Димой переговори. Все будет хорошо. Давай. О, характер, а? Все порешали, с ней не посоветовались. Видишь, что бывает, когда женщина долго живет одна и привыкает сама всем рулить. Ты на ус-то мотай, а то так в девках и останешься. Валентин Петрович, я вообще-то замужем. Но это не важно. Записи с привокзальной парковки отсмотрели. Но, к сожалению, к описанию Молодцовой добавить нечего. Понятно. Весь в черном, ни на одной из камер лица не разобрать. На голове кепка с капюшоном. Выскочил из машины и побежал в сторону автобусной остановки. За ним даже какая-то собака помчалась. Да ты что? Даже успела его вроде за ногу ухватить. Ух ты. От собаки он отбился, запрыгнул в автобус и уехал. Я сделал запрос в автопарк. Как только появятся записи с видеорегистратора салона, сразу же доложу. Может быть, криминалистам больше повезет. Они сейчас машину осматривают. А ты пока вот что. Пробей-ка ты мне вот этого гражданина, некто Савельев. Виталий Олегович был осужден за разбой, но мог уже освободиться по УДО. А он тут каким боком? Да позвонил я своему предшественнику, Бунину. И он вспомнил этого Савельева. Он в свое время много шума в городе наделал. В парке нападал на женщин, грабил. Одну так избил, что она с тех пор на инвалидности. Ну, это ты все в материал дела прочитаешь, поднимешь в архиве. А вот чего там нет, так это история о том, как Инна Валерьевна предложила ловить его на живца. И быть этим самым живцом сама вызвалась. Ну, Бунин, конечно, ей категорически запретил. Ты же прекрасно знаешь. Но ее этим запретом только разодорить можно. Это да. Но... И что она? Сама в парк пошла? Ну, естественно. Но, к счастью, Бунин знает ее не хуже нас с тобой. Послал туда группу. Успели вовремя. Так вот, когда этого Савельева задерживали, он обещал Инне, что обязательно вернется, найдет ее. Ну, и сам понимаешь. Да. Ну, задачу я понял. Закатайте, пожалуйста, рукав. Марина!
Я не понял, что происходит? Я же сказал, никаких процедур без согласования со мной. Иван Сергеевич, да я просто витамины хотела прокачать. Пошла вон отсюда. Кто это? Вон, я сказал, быстро. Вань, Ванечка, что случилось? А? Да их просил без меня ничего не делать. Так, Лен, поставь, пожалуйста, эту капельницу 176-ю Семеновой. А что случилось? Да хотела ее поставить этой крале, а Боголюбов наорал на меня так, как будто я угробить ее хочу. С утра выговор, сейчас вообще с катушек съехал. Если так пойдет дальше, остается только одно – увольняться. Простите, Марина Владимировна, это моя вина, забыла вас предупредить. Иван Сергеевич запретил любые процедуры без его ведома. Ну так а почему я узнаю об этом последней? Ну что, как ты, родная? Я хорошо. Все в порядке. А вот с тобой что? Что это было? Я не понимаю. Да ничего. Просто Марина с утра уже косячит. Я ей поручил пациента с инфарктом. Она его потеряла. Я его до сих пор найти не могу. Вот испугался, что она тебе что-нибудь не то прокапает. Ну, выдыхай. Со мной все хорошо. Я жива. Я практически здорова. Ну, не совсем, конечно. Но все хорошо. Знаешь что? Заберу-ка я тебя, пожалуй, домой. Я тебе сам что-нибудь прокапаю. А на рентген тебе недели через две, не раньше. Напишу заявление и в отпуск. Ха-ха. Все-таки Федотова надо найти. А, это тот пропавший пациент? Ладно, я пойду узнаю насчет скорой и распоряжусь, чтобы тебе ничего не капали. Все, тихо-тихо, лежи-лежи. Я скоро. Привет. Привет. Иди, мой золотой. Ну, поблагодари героя-то, а. Я не могу оторваться, у меня тут финальный аккорд. Отдыхай, отдыхай, умничка. Сейчас все будет готово. А ты чего не позвонила? Мы же договаривались, что я тебя заберу. Все нормально, я на такси доехала. Ну, садись. Подожди. Сейчас ужин будет подан. Ну, я уж помогу. Да не надо, отдохни. Так. А где вилки-то? А что, здесь нет? Как? И здесь нет? А где же они есть-то, а? А может быть здесь? Ну, это я приложил. Ну, мне показалось так правильнее. Ну, прости, я похозяйничал. Вот ты сидишь, а потом оп, вилка здесь. Ну да, здорово. Хорошо, я понял, все, не нравится. Возвращаем. Дим, хватит. Лёль, ну ты чего? Ты в самом деле? Ты из-за вилок, что ли? Я просто что-то плохо понимаю, что происходит. Я не привыкла, что за меня принимают решения и не ставят меня в известность. Даже Валентина Петровна знает, как я буду дальше жить, а я не в курсе. А, вот оно что. Угу. Ну, у нас не было просто времени с тобой поговорить и обсудить. Как не было? Мы все время созванивались, и не было времени? Да, ну, мы все время говорили про Макса, про Москву. И я решил, что когда ты вернешься, мы это обсудим. Ну, давай вот по порядку. Надо забрать отца. Где он здесь будет жить? В комнате Макса? Не вариант. Максим будет приезжать на каникулы, на выходные. Здесь? Здесь проходной двор, а ему нужен покой. И остается в твоей спальне. А что ты предлагаешь? А, значит, во-первых, я руку и сердце, это само собой. Значит, также я предлагаю продать мою квартиру, твой дом и купить новый. Даже подобрал один вариантик. Неплохой, смотри. А здесь даже есть угол для Зевса. Ну, не здесь же ему жить. Он живет здесь на проходе, как дворняга. А вот здесь даже есть парк. И будет зона для выгула. То есть ты думаешь о Зевсе? А как же я? А мне нравится этот дом. Я на этот дом сама зарабатывала, я копила, я сама сделала здесь ремонт. Я душу сюда вложила, я не собираюсь отсюда никуда уезжать. Понятно. Сегодня не самый удачный день для обсуждения планов. Ладно, поешь. Я уже опаздываю. У меня Боголюбов позвонил, попросил подобрать собаку для Инны. Какую собаку? Сейчас узнаем. Я опять не в курсе. Я ничего не понимаю, что происходит.
Ну, смотри, так потеплее будет. Ну что, все удобно? Удобно все? Спасибо. Удобно, хорошо. Все удобно. О, забыл. Потом, я же не инвалид какой-нибудь. И на одной ноге могу допрыгать. Или на костылях дойду. Вот обезболивающее, если нога начнет ныть. Она начнет ныть. Вот водичкой запьешь. Хорошо. А поесть я могу? Я ж голодная, Вань. Вот я болван. Ты ж с утра ничего не ела. Сейчас я быстро. Ну, наконец-то. Как ты? Я? Я отлично, уже дома. Ванечка на кухне что-то стряпает, потому что я ужасно голодная. Как уже дома? Вот так. Потому что Боголюбов все решил. Потому что только Боголюбов знает, где мне лучше, как мне лучше. А я, собственно, не спорю. Молодец. Я тут с Димой немножко повздорила. А, Лёль, что случилось? Он решил все за меня. Меня в известность не поставил. Вот я и вспылила. Ну ты дурында. Ну, психанула, иди извинись. Он уехал уже, и вечером дежурство. И что ты собираешься делать? Давай-ка так, приезжай-ка ты ко мне, и будешь за мной тут ухаживать, а я буду тебе жизни учить. Это хорошая идея. Что тебе вкусненького привезти? Заказывай. Давай сама приезжай, хорошо? На выход, на выход, Зевс, Зевс, идем. За мной, рядом. О, здравствуйте. Зевс, Любаша. Зевс. Как хорошо, что вы приехали. Мне еще надо в несколько мест заскочить. Да и на работе неплохо было бы показаться. Да, поезжайте, Иван Сергеевич. А, Зевс, я буду сына сколько нужно. А я ей не позвоню, как только освобожусь. Хорошо, не переживайте, все будет хорошо. Спасибо. Зевс, за мной. Зевс, давай, иди. За мной. Молодец, молодец. Встану на ноги, Зевс. Пойду в магазин и куплю тебе всяких вкусняшек и всяких подарков. Ну, привет, красотка. Привет. Кофейку сделать тебе? Давай, давай, давай. Я твои любимые пирожные привезла. Ой, говорят, что у тебя тоже скоро собака будет. Говорят? Кто говорит, какая собака? Так Дима сказал, что Боголюбов попросил тебя собаку присмотреть. Боголюбов? А мне Боголюбов ничего не сказал? Так он, может, сюрприз хотел сделать, а я проболталась? Ладно, не переживай. Ой. У Ванечки что ни день, то сюрприз. Одним сюрпризом больше, одним меньше. Ой, Лёлька, как же это здорово, как же это... Когда рядом с тобой есть мужик, который ради тебя способен на все. Зачем только полжизни друг от друга бегали? Ой, не знаю. Я пока не могу привыкнуть, что за меня кто-то что-то решает. Меня это изрядно выводит из себя. Нормально. Когда сама полжизни все решаешь, очень трудно переключиться. Ну что, будем кофе пить? Угу. Будет тебе мастер-класс от влюбленной Инны Перцевой. Ура. Так, смотрите. Здравствуйте. Юрий Иванович. Как хорошо, что я вас застал. Да, Иван Сергеевич, какие-то проблемы? Нет, скорее личная просьба. Вы могли бы мне на флешку скинуть записи с камер видеонаблюдения в моем коридоре, где мой кабинет? Интервал, ну, вчера вечером с 8 до 9. Сделаем. Срочно. Ну, сейчас же поздно, я вижу, вы домой собрались. Давайте завтра. Договорились? Утром будет у вас. Ну вот, спасибо. До завтра. Всего хорошего. До свидания. По Савельеву есть что-то? Да, пробили. Пару месяцев назад освободился по УДО. Но сразу же уехал к женщине за Урал. Они по переписке познакомились. Но оттуда никуда не отлучался. У участкового отмечается регулярно. Но все-таки сокамерников его ты пробей. Так, машину осмотрели? Да. Явно стритрейсерская. Угу. Жесткая тонировка, движок не родной, номера сбиты. Номер двигателя попробуем восстановить. Да и по номеру кузова вдруг удастся по базе узнать предыдущих владельцев. Пока все. Да, не густо. По отпечаткам что у нас?
Отпечатков много, но свежих нет. Водитель был в перчатках. Мы по записям камер посмотрели, убедились, он их не снимал. А с ДПСниками связались? Может быть, у них уже есть какие-то результаты? Да, так они еще вчера дело закрыли. То есть как? Ну, дескать, ущерб средней тяжести. Потерпевшая писать заявление отказалась. Вот и все. Вот оно как, да? Ну, потерпевшую я на себя возьму, переговорю с ней. Да, я вот тут что подумал. А давайте участковых озадачим. Ну, они же наверняка знают, кто у них на районе любит погонять с ревом, нарушая все на свете. А вот это хорошая идея. Займись. Сейчас я тебя отпущу. Ну, совсем мне не бросай, ладно? Алло. Валентина Петровна, я забыла вас попросить. Сегодня на утро не записывайте ко мне никого, хорошо? Я сначала к Ине заеду, во второй половине дня уже поеду на работу. Ладно, хорошо. Спасибо. Ну что ты так смотришь на меня? Хорошо, я тебя поняла. Дим, я хотела сказать, что вчерашний ужин был очень вкусный. Жалко, что тебе пришлось уехать. Я жду тебя на завтрак. Пока. Целую. Ну что, Зевс, ты доволен? А завтрак-то у нас нет. Пойдем готовить. Пойдем, пойдем, пойдем. Домой, домой, домой. Инна Валерьевна, привет! Инна! Инна! О, Господи! Вау! Да сними ты эти наушники! Эй, Игорь Саныч приехал. Привет! Привет! Ты с ума сошла? Ой, ой! Почему у тебя дверь открыта? Да? Мы с ног сбились. Все ищем водителя, который тебя сбил, а ты вся такая расслабленная. Зачем? Что зачем? Ну, какой-то идиот не справился с управлением. Я не понимаю, зачем его искать? Потом ты сказала, что машину он бросил. Значит, он больше ни на кого не наедет. А вот твоя подруга Молодцова настаивает, что наезд был намеренный. И ей я склонен доверять больше, чем тебе. А-а-а. Потому что я уверен, что ты даже не поняла, что произошло, ведь так? То есть это Лёля шум подняла, и поэтому вы теперь бегаете и ищете? Да. Только чтобы официально дело открыть, мне от тебя заявление надо. Пожалуйста, я тебя очень прошу, давай без заявлений, давай обойдемся. Ну, правда, во-первых, я жива. Ущерб... Ущерб, конечно, есть, но он незначительный, не смертельный, скажем так. Потом, правда, Игорь, ну, я честно, я ничем не могу помочь, я ничего не помню. Я вообще не поняла, как это произошло. Все, и вот. То есть заявление ты писать отказываешься? Я не отказываюсь, я смысла в этом не вижу. Просто не вижу. Ну, тогда позволь мне задать тебе несколько вопросов. Давай. На работе у тебя все нормально, ни с кем конфликтов не было? Нет. А с соседями? С соседями? Игорь, ну какие соседи? Тут медики живут, у них стресса и так на работе хватает. Потом я тебе скажу, у нас с Иваном Сергеевичем медовый месяц. Угу. И, честно говоря, мы наговориться друг с другом не можем. Я с соседями даже не знакома. Ну тогда позволь мне задать тебе последний вопрос. Кто знал, что ты утром будешь на вокзале? А, знали. Лёля. Угу. Боголюбов. Так. Знал, но Воронов знал. Это он должен был ехать за Лёлей на вокзал, но чуть в последний момент все переигралось. Его по работе дернули, и Лёля позвонила мне. Поехала я. А где ты была в этот момент, когда она тебе позвонила? Я в больнице была. За Иваном заехала. Мы выходили из кабинета, но было уже поздно, и в коридоре никого не было.
Я могу что-то, конечно, не помнить после сотрясения, но... Ну, хорошо, хорошо. Расспросы оставим на потом. Пока приходи в себя, но к вопросу о заявлении мы завтра с тобой вернемся. Обязательно. Потрудись сейчас. Запери за мной дверь. Обещаю. Чтобы мне было спокойно, ладно? Хорошо. Хорошо. Костыли мне дай, пожалуйста. Пожалуйста. Только давай так. При тебе... Прошу вас. Скакать и горячиться я не буду. Ой-ой-ой. Ты что со мной, кокетничаешь, что ли? А можно я хоть раз в жизни побуду какой-нибудь такой сбалмошной девчонкой? Тебе жалко, что ли? Ну, сбалмошной ты никогда не была. Как же, знаем, знаем. Не ленись, закрой за мной дверь. Спасибо, что зашел. Так. Кофе, чашки? А чашек нет. Зевс, ты не видел, куда он чашки спрятал? Угу. Спокойно, спокойно. Сейчас найдем. Ага. Вот так и будем теперь импровизировать все время. Лёль, спасибо, но не успеваю на завтрак. Я сейчас в питомник заберу собаку, а оттуда к Инне. Хочешь, присоединяйся? Конечно, хочу. Встречаемся у Инны. Пока. Если честно, я сам уже озадачился этим вопросом. Кто и как мог знать, что Инна будет утром на вокзале? Вот. Я вот записи попросил с камер. Ну, увы. Вот видите, никого, кто мог бы это услышать. Да, загадка. И хотя чисто юридических оснований для расследования у меня нет, я это дело так не оставлю. А почему нет оснований? Ну, потому что Инна Валерьевна заявление писать отказалась. Интересно. Ну, я попробую ее вечером уговорить. Вот за это вам спасибо. Да, Игорь Александрович, вот еще. Да. Может, вы подскажете как-нибудь? У меня пациент пропал. Я его отправил на обследование, а он как в воду канул. Так, может, притворялся? Надеялся, придет, покашляет, вы ему больничный, а не получилось, он сбежал. Да нет, я уверен, что он на днях перенес инфаркт, поэтому переживаю. Но его нигде нет, и телефон не отвечает. Ну, родственники есть у него? Пусть они заявление подадут. Из родственников только отец, с которым вчера имел несчастье познакомиться. Я ему про сына, а он мне про развал здравоохранения. Так, а как его зовут? Чем он по жизни занимается? Антон Федотов. Футболист. Он в нашей «Стреле» Вознесенской играет. Ну, если футболист и в команде, то тренер заявить может. Вот. Да. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Счастливо. Я просто понять не могу, почему ты не стала заявление подавать? Потому что дочка моя неугомонная, как ты помнишь, работает в областном следственном комитете. А представляешь, она получает сводку и читает там мою фамилию. Что с ней будет? Она все бросит и прискачет сюда. Я надеюсь, ты ей не позвонила? Нет. Вот и все. Закрыли эту тему. Кто там? Всем привет! А вот и сюрприз. Какой волкодав! Так, так, ну, мне не сказали, что это будет за собака. Сказали, что хозяева его бросили. Привет! Прямо на улице. Это кто? Вот, ну, замерзнет же. Ну, чудо. Это самая лучшая, самая чуткая собака на свете. А я как узнал, что это выпит, все, я не смог удержаться. Ну, в приюте же он тоже долго не протянет. Да это самый лучший выбор на свете. Спасибо тебе, Дмитрий Иванович. Но, значит, про диван можете забыть. Он его займет и весь целиком. Диван мы с ним поделим. Ну и охранник из него, скажем, прямо так себе. А охранять будем друг друга по очереди, да? Есть проблема. Какая? Серьезная проблема. Какая? С ним надо бегать. Бегать каждый день и много. Да что-нибудь придумаем. Ну, что? Боголюбов бегать будет. Да? Нет, ну хорошо. На всякий случай, утренние прогулки я могу взять на себя. Ну, если что, вечером мы с Зевсом погуляем. Так что... Спасибо. Эй, кормить его чем я буду? Кормить, говорю. А, кормить? Да. Я сейчас принесу корм, миски. Ну, и одежду ему куплю. Ну, он же мерзнет. Ой, спасибо. Спасибо. Все, счастливо. О, ну что, Игорь Александрович, я же говорил, что участковый – это сила. Ну, давай, выкладывай уже. Нашли мы хозяина машины этой?
Да что ты? Как мы и предполагали. Но? Стритрейсер. Ну, правда, бывший. Его еще весной прав лишили за превышение скорости. Так. Вот. Кирилл Лукьянов, 20 лет. Он сам к участковому прибежал. Соседи по гаражу заметили, что замок взломан. То есть за рулем не он был? Не. У него алиби. Он был в институте на занятиях. Так а кто тогда? Ну, он сам не знает, кто мог машину угнать. Но все лето у него в гараже местный молодняк зависал. Ну, от 15 и старше. Ну, прекрасно. То есть подозреваемых у нас полрайона примерно. Ну, получается, что так. Я что подумал? Давайте туда криминалистов отправим. Ну, пусть они пальчики посмотрят. Может быть, чем помогут следствию. Ну, направим. Чай хочешь? Хочу. Не могу никогда Ване дозвониться. Сюрприз, по-моему, отличный получился. Смотри, какой хорошенький. Я о таком даже не мечтала. Ой, хитрющий, конечно. Все, с диваном можешь распрощаться. Да мне и на кресле неплохо. Спам очередной. Не понимаю, совещания вроде сегодня нет. Неужели так трудно перезвонить? Ты только не волнуйся. Может быть, у него прием, и он звук выключил на телефоне. А знаешь что? Я все равно к отцу в больницу собиралась. Я к нему зайду и попрошу, чтобы тебе перезвонил. Угу. Отличная затея. Ты к Ване, а ко мне Воронов приедет. Ну, пройти курс витамин. Марин, ты не знаешь, куда Иван Сергеевич подевался? Просил информацию по санаториям подготовить, а сам уехал куда-то. Дозвониться ему не могу. Можно я тебе оставлю, а ты передашь ему? Ну уж нет. Оставь вон дежурной медсестре. Я стараюсь ему на глаза не попадаться. Чего это так? А ты что, не в курсе, как он вчера на меня орал? Да ладно. Иван Сергеевич орал? Он самый. Он как связался с этой звездой криминальных хроник. Такой нервный стал и работу забросил. Так что готовься, Андрей Владимирович. Глядишь, скоро тебе придется в этом кабинете сидеть. А Иван Сергеевич будут у нас на телевидении выступать. Передайте, пожалуйста, Ивану Сергеевичу, когда он приедет, хорошо? Конечно, хорошо. Антон, ты дома? Антон! 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 А по сокамерникам Савельева что? Тоже ничего. Те, кто освободился вместе с Савельевым, в городе не появлялись. Полковник Румянцев. Принял. Обнаружен труп. Антон Федотов, 25 лет. Нашла подруга, говорит, поскользнулся, упал, ударился. В общем, собирай группу. Адрес возьмешь у дежурного. Угу. Так, Антон Федотов, подожди. Федотов, футболист. Так, подожди, я с вами поеду.
прошлые выходные. На матче. Я прошлые выходные я был. Он, главное, еще первую банку получил. Да. Забыла, девяточка. Что сказать уже можешь? Скажу, что это, скорее всего, убийство. Да? Да. А не история про скользнулся, упал, ударился. Mm. На углу тумбочки пятно крови. Mm-hmm. Но травма на виске скорее нанесена округлым предметом. Типа бита. Mm. Так, а время смерти хотя бы приблизительно? Точно вчера. Приблизительно середина дня. Причина смерти предположительно обильное внутреннее кровотечение. Ну, а остальное после вскрытия. Думаю, тело можно забирать? Да. Пусть забирают. Угу. Ну ладно, смотрите тут все хорошенько. Угу, само собой. Ну что тут у вас? Я все написала. Вот. Угу. Так, Володь, ты иди помоги ребятам, а мы с Софьей Алексеевной побеседуем. Я вашему сотруднику все рассказала. Мы с Антоном последний раз созванивались, когда он в больнице был. Угу. Сказал, на обследование отправили. Я еще удивилась, зачем он в больницу пошел. Вроде просто простуда. Угу. А потом я звоню, он не отвечает. Позвонила Ваня, это друг его, литовчонка. Да-да. Говорит, пропал. Ну, я бегом на вокзал, купила билеты обратно. А тут вот. А вы попейте воды, а я сейчас попрошу медиков, чтобы вам какой-нибудь успокоительное дали. Выпейте воды. Так, а медики уехали? Угу. Барышне бы успокоительное дать. Успокоительное сейчас дам. А взлома-то не было. Ты уверен? Да. Так, сейчас. Интересно. Алло. Полковник Румянцев, Следственный комитет. Вы кто? Так это, я со стадиона шел, с моста. Смотрю, мужчина лежит, вроде мертвый. И слышу, телефон звонит. Ну, я спустился и ответил. Так, я вас очень прошу оставаться на месте до приезда группы. А, да, укажите точнее, где вы находитесь. Так это, со стадиона и направо. А тут мост будет. Так вот, он под мостом прямо на льду и лежит. Понял. Ждите. Что случилось? Труп Боголюбова нашли возле стадиона под мостом. Фу. Так, ты там закончил с ней? Да. Значит, поедешь со мной. А ты с Колей останешься? У Софьи Алексеевны возьми подписку о невыезде и выпиши ей повестку на завтра. Да, и сразу к нам. Угу. Все, поехали. Инна, привет. Привет. Я не нашла Боголюбова. Говорят, что он часа два как уехал. Ну что, видимо, очередной сюрприз готовит. Наверное. Расскажешь потом? Да нечего рассказывать, Лёля. Все как 20 лет назад. Все как обычно. А вот Дима, твой ответственный, позвонил, сказал, что сейчас нам корм принесет, да? Сейчас мы есть с тобой будем. Смотри, я сейчас к отцу забегу, а потом на работу поеду. Все хорошо. Давай, спасибо. Все, пока. Пока. Да? Ти моя радость. Ти мой хороший. Так это, я по мосту шел, угу. Слышу, телефон звонит. Но я сверху глянул, вижу, мужик лежит. Но я решил, может, ему плохо? Спустился. Угу. Подхожу, окликнул его. Тишина. Но я хотел пульс померить. А тут вижу, кровь у него. И телефон опять зазвонил. Ну, я и ответил. Поблизости видели кого-нибудь? Может быть, навстречу кто-то попался? Да нет, никого. Вроде не было. О, ты как раз, кстати. Вот, пройдите, пожалуйста, к нашим сотрудникам. Володя, оформи свидетельские показания. Ага. Пойдемте в машину, да, все запишем. Конечно. А я просто со стадиона шел, понимаете? Ну, что скажешь? Ну что, по характеру повреждений явно упал с большой высоты, то есть с моста. Ну, а по положению тела явно помогли. Сам бы он так не упал. Понятно. Да.
Вот ключи были у него в кармане. Пальчики я уже откатал. Машина наверняка где-то рядом. Понятно. Мам, ты ведь на следующих выходных приезжаешь? Сынок, я еще пока не знаю. Как решу, я сразу тебе сообщу. Ты только предупреди заранее, чтоб я составил план. Куда пойти, что посмотреть. Дедушка, тебя ведь скоро выпишут. Приезжайте вместе. Мам, как тебе идея? Идея замечательная. Только вот Иван Сергеевич сказал, что дедушке надо долечиться в санатории. Да? А мне он ничего не говорил? Ну, наверное, просто не успел еще сказать. Так, друзья, мне надо на работу. Ладно, мам, давай до вечера. Подожди. Дедушка, я тебе через час перезвоню, поболтаем. Хорошо, Максим. Все, пока-пока. Пока. Пока. Ну, я поехала. Угу. Завтра заеду еще. Пока. Пока. Вот она, Игорь Александрович. А? Ну-ка. Так, видеорегистратор есть. Это хорошо. Давай, снимай. Последним адресом на навигаторе Боголюбова был стадион. По всей видимости, он хотел заехать на служебную парковку, но проскочил. Припарковал машину и пошел пешком. Там просто движение одностороннее. Да, похоже, так оно и было. Из машины никому не звонил, но есть звонки ранее. В 11:23 он звонил тренеру Панфилову Сергею Витальевичу. Так. А в 11:40 уже звонили ему, Ефимова Софья Алексеевна. Ну, это подруга Федотова. Подожди, а что у нас по показаниям Ефимовой? Ну-ка. Домой она вернулась 12:45 примерно. Вот, приехала поезд. Время прибытия 12:15. Так это получается, она ему звонила еще из поезда? Получается так. Так, ты ей повестку на завтра выписал? Да. Ну, завтра и спросим. А встретиться Боголюбов должен был, скорее всего, с тренером. Чтоб тот написал заявление о пропаже Федотовой. Я же сам ему это посоветовал. И от Инны Перцевой у нас заявлений так и нет. Так что я сейчас к ней, а ты опроси тренера. Сделаю. Гуляй. Гуляй. Ну-ка, иди сюда. Дмитрий Иванович. Здрасте, Игорь Александрович. Добрый день. Рядом. Инна дома? Так а где ей еще быть-то? Ну да. Вот Иван Сергеевич решил подарить ей собаку. Выгуливаем по очереди. Вы заходите, там дверь не заперта. Да-да, собака. Это хорошо. У меня плохие новости, Дмитрий Иванович. Что случилось? Иван Сергеевича убили. Как? Кто? Расследуем. У меня к вам просьба. Вы сегодня с прогулки вернитесь пораньше, пожалуйста. И когда будете совсем уходить, проследите, чтобы Инна дверь за вами заперла, хорошо? Хорошо. А вы думаете, наезд на Инну и убийство Ивана Сергеевича каким-то образом связаны? Не знаю. Мало информации пока. Но на всякий случай хочу предоставить ей охрану. Ага. Гуляй. Дадим привет. Лёль, тут Румянцев к Ине приехал. Ты, главное, не волнуйся. Почему? Сядь куда-нибудь, у меня плохие новости. Ивана Сергеевича убили. Как убили? Я пока ничего не знаю. Румянцев сейчас у Инны, и я с пряником пошел гулять. Ты постарайся сегодня пораньше освободиться. Да, конечно. Да, и вот еще. Я тут подумал, надо отца твоего быстрее из больницы забирать. Узнает про Боголюбова, у него очередной приступ может случиться. Ну, для начала пусть у Макса в комнате поживет, а там придумаем что-нибудь. Слушай, о том, что Инна ногу сломала, ему надо все-таки рассказать. Через час около больницы. Годится?
Конечно, я буду. Хорошо, все, пока. Подпись поставь свою вот здесь. Дату не надо. Что ты думаешь? Это тот же, что и меня сбил? Ну, выводы пока делать рано. Может, ты подскажешь, кто мог желать зла, Иван Сергеевич? Игорь, это что? Его же все обожали. С ним же по городу невозможно было пройти. Каждый второй останавливал. Знаю, что меня поражало. Он каждого по имени знал. Каждый диагноз помнил. А про работу, про коллег своих он никогда ничего не рассказывал? Нет. На работе его просто боготворили. А вы ведь с ним так и не расписались, да? Это тут при чем? Как-то не расписались. Не до этого было. Бывшая жена, дети от первого брака. С ними он контакты поддерживал? Не знаю, насколько я... Знаю, нет. Но зачем, что он после развода им все оставил, квартиру, все. Угу. Делить нечего. Сам на родительской даче жил. Потом вот этот поселок построили для медиков. Сюда перебрался. Это же служебное жилье. Так что из имущества у него только машина и родительская дача. Понятно. А дочь уже взрослая, да? Да, Аленка. Взрослая. Ей почти 30 лет. Двое детей. Ваня внуков обожал. Каждое лето проводил с ними на этой родительской даче. Понятно. Но охрану я тебе все-таки пришлю. Зачем мне твоя охрана? Ванечка, меня охраной обеспечил, да? У меня теперь собака есть, да? Да и Лёля с Вороном все время на связи. Ну-ка, давай. На, попей воды. Давай. Давай, давай. Спасибо. Проходите. Жаль, с Иваном Сергеевичем не удалось увидеться. Поблагодарить. Павел Анатольевич, тут такое дело. А? Жена его ногу сломала. Понятно. Так что, получается, и санаторий мой отменяется? Да, не получилось с санаторием. Ну, зато нас Лёля сейчас отвезет домой, а сама поедет к Ине, ведь помощь ей нужна. Угу. Вот оно что. Ну да, конечно, помочь надо. Вот и порядок. Ай. Держите. Мы с отцом последний раз 3 дня назад виделись. Забегал посмотреть, как идет подготовка. Вчера тоже звонил. Рассказал, что Инна ногу сломала. Я расстроилась, что все отменяется. Простите, а что отменяется? А, сейчас. Сейчас вам покажу. Мы сюрприз для Инны готовили. Папа сам заявление подал на сайте госуслуг о регистрации брака. Ах, вот оно что. Инне говорить запретил, так что она и не знает даже. Через 2 недели должна была быть регистрация со сломанной ногой. Какая уж тут регистрация. Вот я и решила, что свадьба не состоится. А папа все успокаивал, шутил, что зато невеста гарантированно не сбежит из-под линца. Да. Не понимаю, как я детям скажу. Вы простите, я сейчас не очень хорошо соображаю. Хотя чем я могу вам помочь? О проблемах, если они и были, папа никогда не говорил. Для детей, да и для меня тоже он всегда был человек. Праздник. Да. Алена Ивановна, но все же, вдруг вы что-то вспомните? Может быть, какой-нибудь телефонный разговор, который вы нечаянно услышали?
Для нас сейчас любая зацепка очень важна. Дадите мне знать, хорошо? Конечно. А я грешным делом думал, что Любаша не хочет со мной под одной крышей жить. Да нет. А у нее тут действительно комнаты нет для всех. Это получается, я сейчас комнату Максима занял, да? А он приедет на каникулы. И как же быть? Да не переживайте, Павел Анатольевич. К тому времени мы этот вопрос решим. Это как же интересно. А мы все продадим. И купим один большой дом, где места хватит всем. Правда, Лёля пока сопротивляется. Дима, ты на Любашу не дави. Она характером вся в мать пошла. Я, дурак, по молодости этого не понял. Психанул, уехал. А может, дал бы ей немного остыть, так, глядишь, и не расстались бы. Так мы не молоды уже. Как-нибудь разберемся. Ха, не молоды. Скажешь тоже. Знаешь, в молодости тогда мне казалось, что он продуманный такой. Он, наверное, уставал очень. Он ведь по ночам на скорой подрабатывал. А из меня энергия шарашит. Мне все время бежать надо было куда-то, бежать. Но вот разбежались, наговорив друг другу гадости. Вот и получается, что было у нас всего. Только один год счастья в юности и вот эти несколько месяцев. И все, что осталось, это самый лучший сюрприз от Ванечки. Пряник. Это было так неожиданно. А ты никогда ему не говорил, что собаку хочешь? Нет. Напрямую никогда. Когда с Зевцем гуляли, когда ты уезжала, он сказал, что собака меня дисциплинирует. Сказала, что если бы тогда в юности подарил мне доберман. Мы бы с ним не разошлись. Зевс, гуляй. Да. Как вы там? Нормально, отец спит. Зевс гуляет, все накормлены, как Инна. Ну вот она только уснула, но так, держится. Я ее говорила Насте позвонить, ты обещал приехать, как сможет. Дим, я хотела у тебя спросить, а почему Иван Сергеевич решил Инне собаку подарить? Это как звучало? Да, обычно это звучало. А ты что думаешь, что он решил подарить ей собаку как охрану? То есть была какая-то угроза, но он не хотел пугать Инну? Да, я об этом подумала. Ну ты осторожно, порасспрашивай ее утром. Ну хорошо, попробую. Мы завтра увидимся? Ну, разве что вечером. Мой напарник в ночь за меня дежурит, а я днем за него работаю. Надо что-то с отцом решать. Может, Инна к тебе переедет? Да нет, ты что, она не поедет. Но я пока не знаю, что делать, но что-нибудь придумаю. Надо подумать. Лёль, ну все, пока. Целую. Хотите объединить в одно дело? Нет, не хочу. Потому что, на первый взгляд, вроде все так или иначе связано с больницей. Сначала наезд на Инну Перцеву, фактически жену зав. Отделением Боголюбова. Затем визит Федотова в эту больницу. Его внезапный отказ от обследований с последующим исчезновением. Боголюбов принимается разыскивать его, и в результате мы одного за другим их находим с признаками насильственной смерти. Ну, допустим, Боголюбов мог догадаться о причинах инфаркта у молодого здорового футболиста. Его убирает тот, кто днем раньше избавился от Федотова. Ну тогда наезд на Инну тут каким боком? Да, не сходится. Вот и я про то. Я уж и так крутил, и эдак. Ну, допустим, кто-то подслушал разговор Инны с подругой. Узнал, что она утром будет на вокзале, совершил наезд. Но тогда Федотов. И то, что потом происходило, тут сюда вообще не клеится. Согласен. Вот. Поэтому я и не хочу объединять эти дела. Будем расследовать пошагово. Наверняка точка пересечений где-то найдется. А сейчас давай по домам. Потому что утро вечера что? Мудренее, товарищ полковник. Гениально. Thank you.
Держи. Лёль, спасибо, я ничего не хочу. Я есть не хочу. Может быть, кофе выпью? Ну ладно, кофе так кофе. Спасибо. Ты знаешь, Ин, я всю ночь не спала. Я все думала, ну кому ж ты так насолила-то? Что тебя чуть не убили? Не знаю. Румянцев сказал, что машину у стрит-трейсера угнали. Где я, где они? Я ничего не понимаю. Знаешь, что я подумала? Помнишь, у тебя пару лет назад такой репортаж был о гонщиках, которые все время по городу гоняли, как бешеные. Тогда еще ДПСники нескольких задержали, ну помнишь? И что? Ну, вдруг кто-нибудь из них. И что, я же их не ловила? А потом, знаешь, Лёль, если бы всех подозревать, о ком я репортажи делала, это весь город обвинять надо. Ничего в голову не идет. Не знаю, может, Настя приедет, что-нибудь придумаем вместе. Сообразим, у нее все-таки такой ум подвижный. А когда она приезжает? Навряд ли сегодня. Все-таки с работы отпроситься надо. Там все такое. Лёль, знаешь что? Можно я тебя попрошу съесть в больницу? Ванины вещи забери. Я заместителю его позвонила. Я сказала, что ты приедешь. Ну, конечно. Спасибо. Поешь, пожалуйста. Так, ну давайте по порядку. Начнем с Федотова. Что по результатам вскрытия? Как я и предполагал, причиной смерти стало обширное внутреннее кровотечение. Но не от удара в висок. Была обнаружена еще одна гематома в области печени. И вот этот второй удар и стал роковым. Есть еще ссадина на предплечье. Получена, скорее всего, от удара о тумбочку при падении. Отсюда и пятно крови на углу тумбочки. Ну, то есть общая картина вырисовывается такая. Федотов находится в прихожей. Так. Что он там делает, непонятно. Может, только что пришел. А может быть, пришел открыть дверь. Он получает удар по голове, падает, зацепляет предплечьем тумбочку. Напавший добивает его вторым ударом в область печени. Скорее всего, ногой. То есть однозначно предумышленное? Без вариантов. Так, время смерти приблизительно с 13 до 13.30. Но травмы были нанесены часа за 2-3 до этого. Да, и диагноз Боголюбова подтвердился. Федотов действительно не так давно перенес инфаркт. Присутствует свежий рубец. Отправили кровь на анализ. Вполне вероятно, что инфаркт мог быть спровоцирован приемом анаболиков. Вот оно как. Придет результат анализа сразу ко мне. Хорошо. Так, а что с отпечатками? Отпечатки, которые удалось идентифицировать, принадлежат Федотову, Соне и еще парочка чьих-то. На дверном звонке еще и Боголюбова. Так. Уже слечили. По записям с камер видеонаблюдения. Как обстоят дела? Ну, судя по камерам, ситуация у нас получается следующая. 10:30 Федотов вернулся из больницы. Следом за ним в подъезд зашла соседка. Она живет этажом ниже. Участковый ее опросил. Она говорит, что спустя час в дверь к Федотову ломился вот этот вот парень. Ну, она наорала на него, естественно. Говорит, что несколько раз видела его в парадной. То есть его визит по времени совпадает с нанесением смертельной травмы? Получается, да. Как раз за пару часов до смерти. Только непонятно, если Федотов ему открыл двери, то с чего он потом-то в нее ломился? Ну, может быть, сначала он ломился, Федотов открыл ему, это его ударил и ушел. Но ничего похожего на орудие убийства в квартире не обнаружено. А в подъезд молодой человек заходит с пустыми руками и выходит тоже. Так, а Боголюбов там когда был? Зашел в 14:20. Так, 14:20. А вышел когда? А вот с этим вот сложно. Там в это время грузчики работали. И холодильником перекрыли камеру. Они соседу сверху доставляли мебель и бытовую технику. Поэтому, кто входил и выходил в это время, неизвестно. Нужно грузчиков опрашивать. То есть все, что мы пока имеем, это вот этот вот парень, да? Ну, подожди, они же никак не пересекались с Боголюбовым. Или все-таки пересекались?
Что-то между ними произошло, и как раз тот момент, который никак не отследить по камерам. Да, слушаю. Проводите ее ко мне. Так, пришла Ефимова. Может быть, она этого парня узнает, раз соседка его несколько раз в подъезде видела. Так, а вы же вчера брали кровь уже. Простите, можно войти тоже? А что, плохая кровь? Можно. Проходите. Здравствуйте, я за вещами, Иван Сергеевич. Да-да, конечно. Все это так ужасно, как Инна. Ну, плохо. Так держится, конечно. Примите наши соболезнования. Спасибо. Вот, вещи. Передайте Инне Валерьевне и наши глубочайшие соболезнования. Хорошо, конечно. Погодите. Вот, нашли в кармане халат у Ивана Сергеевича. Я не стал смотреть. Может быть, что-то личное вы уж потом посмотрите. Да, спасибо. Если что, следствию передам. Всего хорошего. Всего доброго. Господи, как это все ужасно. Марин, ну что ты, перестань. Ну что ж, теперь будем продолжать работать. Конечно, знаю. Это Ваня Литовченко, его лучший друг. Они с Антоном с детства дружили. Угу. Вместе футболом начинали заниматься. Знаете, это Ваня меня с Антоном познакомил. А. Они как родные братья были. И чтобы Антон в больницу пошел, тоже Ваня настоял. От него я и узнала, что Антон пропал. А вы уехали накануне, да? Ну да. Меня подруга на день рождения пригласила. Да и тем более Антон должен был отправиться на сборы в спорткомплекс. А как он чувствовал себя в день вашего отъезда? Да нормально чувствовал. Простыл немного, нос заложен, ничего особенного. Тем более у них врач в спорткомплексе, я и не переживала. Ну да, да. В Москву приехала на следующее утро. Позвонила Антону, а он в больнице. Я так испугалась. Но он сказал, что все хорошо, просто хочет больничное оформить и перезвонит. Я успокоилась, но он так и не перезвонил. Но с ним такое бывало, поэтому я не удивилась. Знаете, он иногда ни с кем не хотел разговаривать. Отключал звук на телефоне, трубку не брал. Вечером я не выдержала. Позвонила Антону, он так и не взял трубку. Тогда я позвонила Ване, и он сказал, что Антон пропал. Но если, как вы говорите, приступы мизантропии у Федотова случались частенько, почему и вы, и Литовченко, решили, что он именно пропал, а не просто находится дома, не желая ни с кем общаться? Да что вы. Это он со мной мог не разговаривать. А Ване он бы обязательно дверь открыл. Ну или хотя бы на звонок ответил. Хорошо, и что было дальше? Дальше купила билеты, помчалась обратно. За несколько часов до прибытия поезда, когда связь появилась, попыталась снова позвонить Антону, но он не взял трубку. Позвонила Ване и узнала, что Антон так и не нашелся. Ваня тогда был на сборах, и поисками Антона должен был заняться врач. Попросила номер телефона врача, Иван Сергеевич. Ну-ну, и вы дозвонились до него? Да. Он как раз должен был поехать к тренеру, попросить написать заявление. Я хотела поехать с ним, чтобы мы вместе. Да, и что он вам ответил? Сказал, чтобы я ехала сразу домой. Вдруг там Антон, ему плохо. А дальше вы знаете. Сразу позвонила вам, а потом Ивану Сергеевичу, но он не взял трубку. Кстати, я слышала, что этого врача тоже убили. Это правда? Да-да, войдите. Игорь Александрович, можно вас на одну минуточку? А, да, я буквально на одну минуту. Посмотрите. Анаболики, как вы и предполагали. Да, только совсем в мизерных количествах. Как если бы он дней 10 назад или неделю прекратил их принимать. Угу. Но гораздо любопытнее здесь другое. Вот. Это что, антикоагулянты? Именно. Отсюда и внутреннее кровотечение выглядит как самое опасное последствие при передозировке этим препаратом. А в соединении с анаболиками риск внутреннего кровотечения возрастает в разы. И нападавший явно об этом знал. Но тут сложно сказать.
Удары наносились с изрядной силой. А при той дозе антикоагулянтов, что обнаружили у него, любая травма или удар на тренировке, если бы он отправился на сборы, как и должен был, вполне могли стать для него смертельными. Ну, на тренировке всегда присутствует спортивный врач. Там могли его спасти. Ну да. Ну вот. Полагаю, вы правы. Нападавший знал. И, скорее всего, он подчистил за собой все очень тщательно. Поэтому в квартире мы не обнаружили в аптечке ни анаболиков, ни кроверазжижающих препаратов. Разве что они могли быть добавлены в спортивное питание. А вот это идея. Пару банок мы изъяли, отправили на экспертизу. Как будет отчет, я доложу. Ой, кошмар какой-то. Ну как же так? Ну, у кого могла рука вот так вот подняться? Ну, не наш кто-то. Потому что в городе Ивана Сергеевича все любили и уважали. Ой, господи, а как Инна-то теперь? Да плохо как. Ну да. Мало того, что на костылях, так еще и горе такое. Пока ее дочка не приехала, мне, конечно, с ней рядом надо быть. Ага. А я отца домой забрала. Я просто ничего не успеваю. Мне и туда, и сюда, и в общем... Лёль, ну если нужно с отцом помочь, не знаю, там таблетки дать, обедом накормить, спать уложить. Пожалуйста, я готова. Вы правда можете помочь? Да, конечно. Спасибо большое. Только про Боголюбову не рассказывайте пока, ладно? Конечно, что, я не понимаю, что ли? Все, оставайся спокойно, работай, все будет хорошо. Все, пока, я поехала, пока-пока. Хорошо. Известно ли вам, что за препараты принимал Антон и кто их ему назначал? Все препараты, которые принимал Антон, назначал спортивный врач. А что за препараты, я не знаю. У спортсменов же специальный режим. Знаете, еще в начале наших отношений я пыталась ему предложить витамины. Я просто сетевым маркетингом подрабатываю. Сама эти витамины принимаю. Но Антон только хмыкнул. Говорит, не лезь не в свое дело. И вообще запретил к своим этим баночкам, таблеткам притрагиваться. То есть что это за таблетки, вы не знаете? Нет, вы у Вани спросите. Он наверняка знает. Хорошо, мы спросим. Ты меня ждешь, мой хороший. Сейчас пойдем гулять. Здравствуйте. Привет, быстро ты обернулась. Да, вот я, продукты купила. Оставь, я сама все разберу. Давай, раздевайся, садись, сейчас обедать будем. У меня все готово. Вы тогда без меня обедаете? А то мне надо к Инне ехать, ага. Собаку выгуливать. И еще Зевса заодно. Ну, хорошо, а к ужину? Успеешь? Ну, как получится. Вы, если что, звоните мне. Ладно, хорошо. Давай, ну, давай. Я позвоню. Давай, давай, давай. Зевс, пойдем со мной. Пойдем гулять. Гулять. Что ж она все бегает от меня? Может, действительно, надо было в санаторий поехать? Павел Анатольевич, ну что вы говорите глупости, ей-богу, как ребенок? Ну, и на ногу сломала. Помочь нужно? Нужно. Но вы собаку завели. И самой еще, между прочим, нужно успевать работать. Так что не выдумывайте, садитесь, сейчас будем обедать. Так, парни, давайте посерьезней. Вон он, тренер, ждет уже. Сергей Витальевич. Да, здравствуйте. Добрый день. Вы как, сначала с врачом поговорите или сразу будете команду опрашивать? Начнем с команды. Ну хорошо, у нас как раз тренировка закончилась. Да, с врачом Николай Федорович побеседует. Пока. Здравия желаю, товарищи футболисты. Здрасте. Мне надо будет с вами побеседовать. С каждым по отдельности. Ну, что встали? Пошли. Слушайте, с Федотовым в команде мало кто общался. Хоть он и давно вместе с нами, но пока Сергей Витальевич не пришел, он все больше на скамейке запасных сидел. Зато пафоса было, ну, как у Криштиану Роналду. Он же такой, с закидонами. Критику вообще не приносил. Сразу чуть ли не в драку.
Ну, характер у Федотова, конечно, дурной был, но как нападающий, гений. Игрок исключительный. Мы же благодаря ему в прошлом сезоне чуть в первую лигу не вышли. Надеялись, что в этом сезоне все получится. Только Ванька Литовченко с ним вечно и возился. Но потом в команду пришел новый тренер, Сергей Витальевич. Он нашел к нему подход, и Федотов раскрылся. А в итоге Литовченко сам сел на скамейку запасных. Я в эту дверь, наверное, полчаса стучал, звонил. Можете спросить соседку снизу, она наорала на меня. Да, соседку опросили. Значит, потом вы ушли и больше не возвращались. Нет, я вернулся еще раз по пути на тренировку, но дверь никто не открыл. Можете спросить у врача, Иван Сергеевич, хороший мужик. Я ему звонил, он сказал, что он сам попытается Антона отыскать. На следующий день номер тренера попросил, хотел подъехать, поговорить, но не приехал. Это он Антона нашел? Ну, обстоятельства дела мы вам пока раскрывать не можем. Скажите, у вас есть соображения относительно того, кто мог желать Федотову смерти? Наши соперники. С кем мы боремся за выход в первую лигу. А больше никому. Так как в крови Федотова могли оказаться анаболи? Да я и сотруднику вашему уже говорил. Я что, сумасшедший? Анаболики назначать? Да еще накануне сезона. Первая же игра и дисквалификация. И вообще подсудное дело. Да вот. Вот карта Федотова. Здесь и анализ крови заодно. Как раз после финальной игры. Антон связку порвал. Прошел полное обследование. Только потом я ему лечение назначил. Там все написано, изучайте. Николай, ты все скопировал? Да, ну там все грамотно. Ни анаболиков, ни антикоагулянтов. Да какие с их-то вечными травмами антикоагулянты? В жизни бы не назначил. Да вы не волнуйтесь так. Мы разберемся. Во всем разберемся. Ну, я Ивану Сергеевичу сразу же предложил проехать на служебную парковку. Ну, там посвободнее. Угу. Сделал ему пропуск, пошел его встречать. Ну, и протоптался там где-то с полчаса на холоде. Мы изучили записи с камер видеонаблюдения. Вы вышли со служебного входа в 12:15. Угу. Через 10 минут куда-то ушли. И больше камера служебного входа вас не зафиксировала. А где вы были с половины первого до начала второго? Я подумал, что он перепутал парковку. О. Я обошел спорткомплекс, ну, проверить с обратной стороны. Стал ему звонить, он не отвечает. Ну, я там побродил еще с полчаса и пошел на тренировку. Вот, а потом допоздна сидел у себя в тренерской. Позавчера утром вы звонили Федотову, о чем разговаривали? Да знаете, ни о чем. Он сказал, что он в больнице, заболел и перезвонит позднее, но не перезвонил. А вы почему тогда ему не перезванивали? Понимаете, Антон был такой человек, он не любил, когда его контролируют. То есть, если он сказал, что перезвонит, он бы сам обязательно перезвонил. Но я от Литовченко потом узнал, что Антона нигде нет и что он трубки не снимает. Тем более не стал звонить. Ну а что усугублять-то? В общем, я ума не приложу, что между ними могло произойти. Ну, это мы все проверим. Пока получается, что внятный мотив избавиться от Федотова был только у Литовченко. Он занял его место в основном составе. Ну, похоже. Да. Еще и девушку увел. Ну, я так понял, она сначала с Литовченко встречалась. Вот только вряд ли бы он его в больницу потащил. Простой анализ крови и вся игра на смарку. Да, Боголюбов бы эту историю точно бы на раз раскрутил. Ну, а может, правда? Что? Ну, соперники подсуетились. Как ты себе это представляешь? Приходит человек от команды противника, дает ему таблетки и говорит, на, пей, что ли? Это при том, что он Соню к своему лечению на пушечный выстрел не подпускал, а тут... Не, ну они же могли, к примеру, врача подкупить. А то и тренера. Дескать, сольешь игру, а мы тебе заплатим. В состав его не ставить не вариант. Ну или там отстранить от игры, команда не поймет. Вот им больше ничего не оставалось, кроме как избавиться от Федотова. И, кстати, тренеру это было сделать проще всего. Все говорят, что Федотов только ему и доверял. Но еще Литовченко. Ну да. Да, только пока доказательств у нас никаких, одни домыслы. Ладно, поехали. Зевс, ко мне! Иди ко мне! Зевс, ты почему меня не слушаешь? Ну-ка, иди сюда! Да что ж такое-то?
Дим, привет. Можешь говорить? Могу. Да я уже дома. А что случилось? Да нет, все нормально. Просто Зевс странно себя ведет. Все время скулит, роет, что-то ищет. На команду не реагирует. Вчера вы гуляли. Все нормально было? Да все нормально. Но, может быть, мышку под снегом учуял. Помышкует немного и все, успокоится. А может, ты возьмешь его на поводок? Я надеюсь, ты взяла его с собой? Ну, конечно. А мы с тобой увидимся сегодня? Ну, я вообще-то к Павлу Анатольевичу иду. Ну, ты же у Инны опять останешься. Нет, я у Инны не останусь. У нее Алена приехала, это дочка Боголюбова. Так что я сегодня домой. Ну, все, значит, увидимся. Хорошо, пока. Пока. Так, ну-ка, иди сюда. Иди ко мне. Иди сюда. Пойдем. Пойдем, пойдем. Не слушается меня совсем. Ну, ты хулиган какой, а? Пойдем. Игорь Александрович. Вот только тебя, Пальника, мне сейчас и не хватало. Я тоже так рада вас видеть. Мой ответ тебе нет. Вы о чем? Ну, ты же к расследу не хочешь подключиться. Вот я тебе отвечаю, нет. Ну, Игорь Александрович. Так, наезд на Инну я тебе поручить не могу, потому что вы родственники. С Боголюбовым примерно то же самое. А убийство Федотова почему я не могу вести? Напишите рапорт моему руководству. А ты откуда про Федотова знаешь? А? Прочитала в сводке. Ну да, ну да. Разговорчивы у меня сотрудники, как я погляжу. Но у нас с тобой, Пальников, разговор будет короткий. И ответ все тот же. Нет. И не надо меня преследовать. На, мой хороший. А что, Дима должен приехать? Да. Ну, это хорошо. А то носишься, как угорелая. Он скоро вообще забудет, как ты выглядишь. Угу. Лёля, телефон. Дима? Нет, это Инна. Алло, Инна, ну как вы там с Аленой? Сидим, разговариваем. Лёля, ты вещи и Ваня забрала из больницы? Прости, я забыла совсем. Я же все положила в багажник и забыла. Хочешь, я сейчас завезу? Нет, нет, давай уже завтра тогда. Ну ладно, пока. Пока. Сейчас я из машины кое-что принесу. Угу, хорошо. Нам и хорошо, пока мама не видит. Ты что так пугаешь-то? Ой, простите, Люб, я не подумала. Я хотела позвонить, а ты сама вышла. Так, ну, во-первых, привет. Привет. Во-вторых, что ты тут делаешь? И почему ты, в-третьих, не у мамы? А хочешь, я тебя отвезу сейчас? Как раз вещи Ивана Сергеевича отдам, а то забыла. Тетя Люб, а можно я у тебя останусь до завтра? Просто я маме сказала, что я только завтра вечером приеду, а у нее сегодня Алена. А, ты с Аленой не хочешь видеться, да? Нет, Алена замечательная, я потом увижусь с ней. Просто Румянцев отказался меня к следствию прикреплять.
Но у меня есть план. Настя. Ну, пожалуйста, тетя Лю, пожалуйста, припожалуйста. Один день. Ну, ты, конечно, упертая, вся в мать. Ладно, пошли. Только маме не говори, ладно? Ну, хорошо. А ты смотри, не проговорись моему отцу, чтобы Голюбов умер. Так, ну-ка, подержи. Ой, пойдем. Оладушки кабачковые. Папа, Валентина Петровна, познакомься, пожалуйста, это Настя. Это дочка одной моей подруги. Здрасте. Она у нас сегодня переночует. Здравствуйте. Проходите прямо к ужину. Да, не стесняйся, проходи, познакомься. Это мой папа, Павел Анатольевич, и Валентина Петровна. Очень приятно. Добрый вечер, мне тоже. Присаживайтесь. Спасибо. Всем привет. А что у нас за праздник? Настя, а ты... Привет. Ты только не говори, что это дочка Инна. Я понял. Так, Дмитрий Иванович, Любаша, хватит там миловаться, целоваться. Давайте за стол. Нужно тщательно проверить алиби тренера на момент убийства Боголюбова. Угу. Он утверждает, что вернулся на стадион через другой служебный вход, где камер нет. Так получается, Литовченко совершенно спокойно мог выйти и зайти обратно через этот же служебный вход. Угу. Ну, просто по показаниям остальных, его полчаса не было на тренировке. Вернулся запыхавшийся. Да-да, его тоже проверяем. И вот еще что. В день смерти Федотова тренер отъезжал куда-то на пару часов, пока команда там собиралась. И как раз сразу же после звонка Федотову. Угу. И вот я что думаю. Вот чисто теоретически. Мог Федотов получить смертельный удар не дома, а где-нибудь в другом месте. На улице. После чего сумел все-таки доплестись до дома, раздеваясь, упасть, удариться и больше уже не встать. Вот как ты думаешь? Чисто теоретически? Ну, чисто теоретически. Мог, конечно. Тогда проверяем алиби тренера и на момент убийства Федотова. Хорошо. Только я с утра к грузчикам. Вдруг они кого опознают. А потом тогда в спорткомплекс к этим футболистам. Ну, добро. Кто-нибудь понимает, о чем это? Ну, все понятно. Боголюбов просто пытался понять, кто мог слышать наш с Инной разговор. Я помню, она еще вслух уточнила время прибытия поезда. То есть он подозревал в нападении на маму кого-то из персонала? Ну да, поэтому так быстро из больницы домой забрал. Ну, звучит логично, но вряд ли он смог что-то из этой записи понять. Я потом еще раз внимательно посмотрю. Уснул-то? Таблетки все принял, улегся отдыхать. Настя, это что за цирк? Ты почему не у матери? А у нее сегодня Алена, дочь Ивана Сергеевича. Я просто не хочу мешать. Ну-ну. Придется автобуса одной дожидаться. Подождите, Валентина Петровна, я сейчас тоже поеду. Хорошо. Все, пошла одеваться. Девочки, пока. До свидания. А ты вернешься? Да нет, у меня же дежурство. А эти дежурства когда-нибудь закончатся? Сегодня последнее. Слушай, завтра утром я погуляю с пряником, посплю до обеда, и два дня я в твоем распоряжении. Ну? Заманчиво звучит. Все, пока. Пока. Ну, рассказывай, что ты там задумала. Да, смешно. Какие все-таки внуки у Вани талантливые. Я могу оставить это себе на память? Ну, конечно. Спасибо. И вы, пожалуйста, нас не забывайте. Мальчишки мои вам всегда очень рады. И сейчас, если нужно что-то сделать, помочь, я готова. Вы обращайтесь. Не надо. Сейчас Настя приедет. Начнем вещи собирать. Что, неужели уже требует жилье освободить? Нет. Андрей Владимирович, заместитель Вани, сказал, чтоб я оставалась, пока не встану на ноги. Но я здесь больше не могу. Мне надо что-то делать. Ну вот, начну с того, что буду вещи собирать. А как тебе это в голову пришло? А если руководство узнает? Ну откуда? Да мне нужен всего один день. Я просто там похожу, посмотрю,
Подслушаю. Я уверена, что начинать расследовать надо именно с больницы. Смотри, только там кто-то мог услышать ваш с мамой телефонный разговор. Это раз. Два. Из больницы пропадает футболист Федотов. После его находят мертвым в квартире подруги. Иван Сергеевич попытался отыскать Федотова. Звонил тренеру и назначал с ним встречу, находясь в своем кабинете. Это три. Ты откуда все разузнала? Ну, поболтала кое с кем, пока Румянцева ждала. А, ну понятно. Всю информацию тебе выдали, потому что ты работаешь в следственном комитете. А в больнице кто с тобой разговаривать будет? Если еще узнать, что ты дочка Перцевой. Ты подумала? А меня там никто не знает. И то, что я дочка Инны Перцевой, тем более. У нас разные фамилии. Так что никто ничего не заподозрит. Фамилии разные, характер один. Я, конечно, это все не одобряю, но я буду молчать. Спасибо, тетя Люб. Вот на. Ай, ты молодец. Ай, молодец. Так, рядом, рядом, рядом. Рядом. Вот, сидеть, сидеть. Вот так, вот так. Привет. Привет. Зевс. А кто к нам приехал? Наш друг. Иди сюда. Иди-ка. Лапы. Ай, ай, Зевсюля, ай. Хорошо, хорошо. Какой приятный сюрприз. Рад нас видеть. Ну, могла бы, честно говоря, предупредить, позвонить. А то могли бы разминуться. Мы сейчас пойдем на другую улицу. Ну, вообще-то у меня все всегда рассчитано. Настю завезла в больницу, и вот сразу с Зевсом к тебе. А что с Настей? Да нет, все нормально. Ну, там просто есть один секрет. Ну, хотелось бы знать, какой. Я обещала не рассказывать. Ой, ну хватит, ну начала уже, говори. Алло. Макс, привет, это Настя. Привет. Слушай, а ты можешь мне помочь? Для одного расследования очень надо. Смотря что. Я тебе сейчас скину видео. Там на 23-й секунде, когда моя мама и Иван Сергеевич выходят на лестницу, обрати внимание, там на стене возникает такой блик. А чуть позже я тебе скину план коридора. И если ты сможешь сказать хотя бы пример, дверь какого кабинета должна была быть открыта, чтобы этот самый блик возник? Ну, знаешь, там угол падения равен углу отражения. Как-то так. Хорошо, присылай. Я попробую. Даже интересно. Отлично. Все, жди. Ну, я понимаю, у Насти ветер в голове, а ты как могла на это повестись? Ну, смысл ей перечить? У нее такой характер, что в голову взбредет, не отступит. И поэтому ты ей дала номер Максима, и поэтому ты привезла ее в больницу, приехала вся такая загадочная. Я загадочная по другому поводу. Хотелось бы узнать, по какому. Это уже не важно. Нет, все-таки? Ну, говори. Ну, скажи. Там Зевс что-то нашел. Посмотри. Вон он в этом месте вчера тоже копался. Как ты говоришь, мышкует, да? Не скажешь, да? Ну хорошо, пойду посмотрю, что же там Зевс мышкует. Чего тут? Что такое Зевс? Да нет, это не мышь. Я тогда на работу поеду. Да-да, езжай, езжай. Зевса закинешь, да? Закину. Ну вот и пообщались. Ну, грузчиков я опросил. Угу. Они опознали только Боголюбова. Видели, как он заходил. А как выходил или с кем-то сталкивался, никто не видел и не слышал. Ну, а тренер, Литовченко, их фото ты им предъявлял? Ну, конечно. И что? И всей команды тоже. Ну, никто никого не видел. Говорят, что там была какая-то дамочка в пуховике. На ней был капюшон, лица никто не разглядел, и показания разнятся. Одни говорят, что она поднималась, другие, что спускалась. Кто-то говорит, что она была в сером пуховике, а кто-то говорит, что в черном. Интересно. Ну, надо ее найти и опросить. Ну, участкового я задачил. Походит, поспрашивает. Я хочу все-таки выяснить, после чего звонка. Федотов ушел из больницы. Может, он с кем-то пересекся там. Должна же быть какая-то причина. Должна. Ну, а ты давай, иди с участковым поработай. Может, поймать, что это за дама была в пуховике. Ай. Здесь тоже болит? Да очень больно. Я же говорю, я еле дошла. Возможно, аппендицит.
А это что, придется операцию делать? Ну, сейчас медсестра отведет вас на анализы и УЗИ. Ну, а дальше в отделение. И будем разбираться. То есть вы меня в больницу кладете? Ну, возможно, день-другой придется полежать, если что-то серьезное обнаружим. То по обстоятельствам. Так, выпишу вам направление. Так, смотрите. Игорь Александрович, да? Вот. Экспертиза спортивного питания, изъятого у Федотова. А, ага. В одной из начатых упаковок обнаружен тот самый кроверазжижающий препарат. Так. Отпечатки на обеих упаковках, помимо Федотова и его подруги, принадлежат Литовченко и его тренеру Панфилову. Так, а с анаболиками-то что? Нет, ничего. Судя по анализу крови, как я уже докладывал, Федотов перестал их принимать дней 10 назад. То есть, значит, если бы не этот антикоагулянт, он бы поехал на сборы, и даже не факт, что его бы обнаружили в крови? Ну, скорее всего, да. Да. Ну, разве что. Не хотели бы целенаправленно его обнаружить. Какая-то продуманная история. Главное понять, в чем был замысел. Главное, чей. Ладно, спасибо, Михаил Анатольевич. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо, до нас купили. Алло. Володь, ты где сейчас? Опрашиваю гражданку Ковалеву. Это она с грузчиками на лестнице столкнулась. Да, хорошо, давай, вези ее сюда. Ага. Да, и Соню Ефимову вызови к нам через часок. Сделаю. У нас выписка до 12. Как только место в палате освободится, я вас позову. Посидите пока здесь. Посидите неподалеку. Я схожу, сейчас все узнаю для вас. Хорошо, я только поброжу, ладно? Хорошо. Максим, я тебе план коридора отправила. Шаги небольшие, плюс-минус полметра. Очень-очень жду. Пальникова, я вас уже потеряла. Пойдемте. Четвертая палата. Угу. И потом сразу в лабораторию пойдем. Кровь сдадите. Хорошо. Пойдемте, пойдемте. Я из магазина тогда уже вернулась. Угу. А грузчики у подъезда мебель разгружают. Так. Ну, я пошла наверх, но там на лестнице я никого не встретила. А вот где-то часом раньше... Ну, я вашему сотруднику уже рассказывала. Я спускалась вниз по лестнице и там встретила молодого человека, который стоял у двери и открывал дверь ключом. Какой у вас чай вкусный. Да-да, вы угощайтесь, пожалуйста. Да. Так вот, я его и раньше встречала, поэтому никакого внимания на него не обратила, поздоровалась и пошла себе дальше. Посмотрите, пожалуйста, это не он? Он. Точно. Вы уверены? 100%. Стоп, ну подождите, ну послушайте, ну вы что, серьезно что ли? Ну, с ума что ли сошли? Ну я никогда в жизни не поверю, что Иван мог убить Антона. Ну это невозможно, как вы не понимаете? Сергей Витальевич, вы не нервничайте, мы обязательно во всем разберемся. Вы что, мне не верите, а? И показания ваши выслушаем. Но не сейчас, а в официальном порядке. Повестку я вам вручил? Ну? Вот, придете, все свои аргументы изложите. До свидания. Я к вам обязательно приду, слышите? Я во всем разберусь. Мы просто хотим выяснить, с кем Антон общался, кому доверял. Да, Ване Литовченко и тренеру. А у кого-то из них могли быть ключи от вашей квартиры? У Вани могли остаться. Понимаете, просто мы с Ваней дружили давно, еще до Антона. И у него были запасные ключи. Да? Я просто на несколько недель отдыхать уезжала, и он поливал цветы. Понятно. А дал он мне их или нет, я не помню. В комплекте должно быть 5 штук. Одни у меня, одни у Антона. А если Ваня вернул, значит их 3. Я посмотрю. Да, вы посмотрите, проверьте. Так получается, что до знакомства с Федотовым у вас были близкие отношения с Литовченко? Да нет, что вы. Я Ваню исключительно как друга воспринимала. Да?
Он, конечно, ухаживал поначалу, надеялся на что-то, я не знаю. Но я ему сразу сказала, что мы только друзья. Так, Николай, да, Максим. Ну, результат, конечно, приблизительный, но я склоняюсь к тому, что это первый кабинет слева от поста медсестры. Спасибо, Максим. Расскажешь потом, что расследовала? Конечно, расскажу. Обязательно. Все, запишите. Пока. Пока. Настя, привет. Алло, тетя Люб, ты не у мамы? Нет, только выезжаю. А, еще собираешься? Слушай, попробуй расспросить. Не говорил ли Иван Сергеевич что-нибудь о Сизовой? Конфликта между ними никакого не было? Ты что-то узнала? Ну, я потом все расскажу. Хорошо. Сейчас еще попробуем медсестер разболтать. Вдруг еще что-то всплывет. Хорошо. Ну все, пока. Пока. Игорь Александрович. Да. Задержали Литовченко. Да, хорошо. Связку его ключей криминалисту отдал, а записи со спорткомплекса технарям. И сказал, да, на что, вернее, на кого обратить внимание. Алиби Ефимовой проверили? Да. Два билета туда и обратно куплены на ее имя. Ну, Литовченко подтвердил, он провожал ее. Иван Константинович, вам разъяснили, за что вы задержаны? Да. По подозрению в убийстве Антона. Да Антоха мне был как младший брат. Я с ним возился с детства. Да как вам такое в голову вообще пришло? Что брат на брата? К сожалению, история знает немало таких примеров. И вы напрасно полагаете, что мы задержали вас, не проверив факты. А факты таковы. Проживающая этажом выше гражданка Ковалева, спускаясь по лестнице, видела, как вы своим ключом открываете дверь квартиры Ефимовой Софьи Алексеевны, где позже был обнаружен труп Антона Федотова. Следов взлома при осмотре квартиры не обнаружено. А Софья Алексеевна позже призналась, что ключ от ее квартиры мог оставаться у вас, поскольку прежде вы довольно тесно общались. Я 100 лет назад этот ключ Соне отдал. Зачем он мне? И двери я их не открывал. Звонил, стучал, орал, да. Вот можете снизу бабульку спросить. Она наехала на меня, что я ору на весь подъезд. Да-да-да, показания этой соседки у нас тоже есть. Но стучали и кричали вы позже. А тот момент, который зафиксирован в показаниях Ковалевой, совпадает по времени с нанесением тяжких телесных повреждений гражданину Федотову. Так Антон умер не от инфаркта? Получается, доктор ошибся? Доктор не ошибся. Но Федотов умер не от этого. Так как вы можете объяснить увиденное гражданкой Ковалевой? Ну, так и объясню. Прибежал, позвонил, никто дверь не открыл. Да, тут я вспомнил, что Соня когда-то давала мне ключ. Я достал связку. Ключа там не было. Вспомнил, что я его вернул Соне. От досады начал колотить в дверь, орать. Вот и все. Зачем мне было убивать Антона? Ну, мотив ваш как раз вполне прозрачный. Вы возились с ним с детства. А он у вас и девушку увел, и из основного состава команды выдавил. Никогда Соня не была моей девушкой. Дружили, да. Да когда они начали встречаться, я только рад за них был. Соня, она же душная. Что значит душная? Ну, душная. Ну, типа задушит своим вниманием. А Антону это и нужно. Он вырос без матери, ему вот эти Сонины, что на ужин приготовить. Вечером Антошке не звонить, ему нужно отдохнуть. Вот ему это подходит. Да я рад был за него. Игорь Александрович, можно вас? Прервемся на минуту. Ключики проверили. Ага. От квартиры Ефимова ключа у него нет. Так, но на колечке, на которое ключи нанизываются, имеются свежие сколы и царапина. Так что он мог просто от него избавиться. Понятно. А по записям с камер на момент убийства Боголюбова что? Ребята еще отсматривают, но Литовченко пока ни на одной не засветился. Понятно. Хорошо, давай. Иван Константинович, продолжим? Софья Алексеевна также показала, что обнаруженные в квартире упаковки со спортивным питанием покупали для Федотова вы. Ну да. Да не, 10 назад. Угу. Так она сама попросила, я съездил, купил. И в тот же день привезли их Федотову? Нет, на следующий. А где покупали? Где обычно, у нас магазин спонсорский. Там для всей команды скидки большие. Покупал за наличку, чека нет. Можете спросить у продавщицы, она знает нас всех в лицо. Уже опросили. И с остальной партией товара упаковку сверили. Так вот, обнаруженная в квартире Федотова упаковка
не совпадает по маркировке с остальной партией. И кроме того, в ней обнаружен препарат. И в очень большом количестве. А на самой упаковке присутствуют ваши отпечатки. Вы как-то можете мне это объяснить? Но если я нес эту упаковку, разумеется, на ней мои отпечатки. А препарат? Этим, кажется, тогда хантеры собак травят на улице. Да, в том числе. То есть Антона отравили? И вы думаете, это я? Ну, как я вам уже говорил, мы разбираемся. В связи с изложенными вам обстоятельствами будет проведен обыск у вас дома. А вы пока напишите мне, пожалуйста, желательно указав до минуты, все ваши передвижения и действия в день, когда пропал Федотов. И на следующий день, с 12 часов дня до половины второго. Марина Владимировна, у нас тут полный порядок, никакая проверка не докопается. Но я же просила тебя раскидать успокоительные по разным больным. Сейчас смотрю, и не сходится. Которые вы у меня пару дней назад взяли, я уже их раскидала. Откуда тогда недостача? А то вы не видите, как Ивана Сергеевича не стало, тут у половины персонала нервный срыв. Ну, хорошо, я прошу тебя, чтобы ты до завтра все оформила. Угу. Потому что проверка может нагрянуть в любой момент, хорошо? Хорошо. Лёль. Ой, привет. Куда ты столько притащила? Нормально. О, столько продуктов. Это кто о тебе так позаботился? Алёна приезжала? Угу. И Алёна, и соседи. Ага. Знаешь, что самое интересное? Когда Ванечка жив был, мы с соседями не очень общались, а теперь вот. Так что не волнуйся, я под присмотром. Хорошо. А кто к тебе приходил? Да все приходили. И медсестры приходили, и заместитель Ванин тоже приходил. Все очень переживают. Очень. Да, это правда. Я когда вещи Ивана Сергеевича забирала, зам передавал свои соболезнования. Спасибо. И там рядом стояла такая темненькая врач Марина, кажется. Вот она, конечно, на ней лица не было совсем. А Иван Сергеевич никогда не рассказывал о своих сотрудниках, что они за люди вообще? Над замом все время подтрунивал. Говорил, что он зануда. Но тут же осекался, мол, благодаря этому занудству никакая проверка не страшна. А Марину он очень ценил. Правда, тогда в тот день наорал на нее, выгнал из палаты. Она ко мне приходила, капельницу хотела поставить. Угу. Он вообще какой-то нервный был в тот день. У них там пациент пропал. И он Марину обвинял в том, что она не досмотрела. Угу. А Марина, это приходила к тебе? Я не помню. Не знаю, кажется, нет. А где она живет? Не знаешь? Живет она тут, на нашей улице. Лёль, послушай, ты вещи Ванина забрала? Да, да. Ой, я балда, я их дом забыла. Я из багажника их домой унесла и забыла совсем. Так, сейчас я съезжу домой, заберу Зевса и вещи тебе привезу. Да ладно. Я быстро туда и обратно. Поешь. Потом. Спасибо, тетя Люб. Я тут тоже кое-что подслушала. В общем и целом все совпадает. Все, я не могу говорить. Перезвоню, ладно? Марина, завтра к нам из прокуратуры с проверкой приедут. Ты порядок с препаратами навела? Да, я все проверила, не волнуйтесь. Пальникова! Игорь Саныч. Это что за цирк ты тут устроила? Ну, возможно. Вы знаете, у меня так живот разболелся.
Да что ты. Ужас. Поскольку вы отказались меня к расследованию подключать, я сама решила собирать материал. И много собрала. Я больше чем уверена, что терапевт Сизова причастна к наезду на маму. Кстати, Зевс тоже кого-то или что-то учуял возле ее дома. Так быстро прекратила вот эту твою самодеятельность. Я еще утром запрос отправил твоему руководству с просьбой поручить тебе дело Федотова. Полчаса назад пришло подтверждение. Спасибо, Игорь Александрович. Это что такое? Настя, держи ты себя в руках. Учти, только ради твоей мамы. Я не доложу руководству об этой твоей авантюре. Значит так, ты сейчас едешь к матери, утром выходишь на работу. Слушаюсь. А можно я прямо сейчас поеду и изучу материалы дела? Можно. Спасибо. Давай тогда уж рассказывай, что ты тут разведала. Пойдемте. Нафига я все это наготовила? Прибежала, убежала. Мастица как угорелая. Туда-сюда, туда-сюда. Исхудала, глаза одни остались. Я вот что думаю, Петровна. Надо мне отсюда перебираться в какой-нибудь пансионат или дом престарелых. Тогда она и носиться перестанет. Ты что это удумал-то? Тебе же сказали русским языком. Инна на костылях. Помощь надо? А ты опять за свое? Да про помощь я все понимаю. Только она, Любаша-то, даже когда я дома, считай, меня тут и нет. Все равно я для нее чужой. И чего я буду тут им с Димой мешать? Слушай, ты им с Димой ни помочь, ни помешать не можешь. Они с Димой как-нибудь сами разберутся. Ты вот лучше мне скажи, как ты Максу в глаза смотреть будешь? Мальчишка так обрадовался, у него теперь дед есть. А что, Максим? Созваниваться я с ним откуда хочешь могу. И приезжать будет. Проведывать, что сюда, что дом престарелых. Ну, какая разница? Потерпи немножко. Потерпи. Дай немножко успокоиться. Все образуется. Не чужой ты ей. Будь ты чужой, она тебя в дом бы не пустила. Просто вам нужно как-то приноровиться к друг другу, что ли. Ну, эй. Ну, что это со мной, как с маленьким? Ну, хорошо. Буду как с большим ужином тебя кормить. У вас, мужиков, ведь как только оголодал, сразу настроение паршивое. Котлетка? Давай. Алло. Алло, Настя, привет. А ты где? Ты маме дозвонилась? Меня Румянцев к делу допустил, так что я сейчас быстро посмотрю материалы дела и к маме. Подожди, как же? Мы договаривались вообще-то. У меня на вечер планы, Настя. Час. Ну, максимум полтора, и я примчусь. Кстати, я когда из больницы выходила, Марина тоже домой собралась. Так что ты там за мамой присмотри. Хорошо, пока. Зевс, выходи. Ко мне. Рядом. Рядом. Пойдем. Идем, 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 мой хороший. Так. Кто там? Пряник, пряник, иди сюда. Иди, иди сюда. Иди, мой кто хороший. Там? Ну что, бандиты, сейчас пойдем гулять. А, привет. Так, наконец-то я тебе все привезла. Спасибо. Разбирай. Спасибо. Ой. Настя звонила, сказала, что через час приедет. Так что спасибо тебе. Иди занимайся своими делами. Надоела я, наверное, тебе. Да ты что, они же меня ждут уже. Вон, пряник, пойдем, комбинезон твой надевать. Сейчас, сейчас, пойдем гулять, сейчас. Где твой комбез? Показывай. Давайте. Зевс, Зевс, ты куда? Зевс, ко мне. Ко мне. Ой, да что ж ты опять там учил-то, а? Зевс, иди сюда. Любовь Павловна, вечер добрый. Здравствуйте. Я так понимаю, Настя Пальникова приставила вас за домом следить? Нет. Нет. Я собак выгуливаю. Вон, Зевс просто что-то ищет там второй день уже. Не знаю, что. Мышкует, наверное. Да, вот Воронов так же говорил, только вот сегодня засомневался. Ну, про собак это к нему, я тут некомпетентен. Кстати, о некомпетентности.
Я пару часов назад Настю в больнице отловил. Можете не придумывать ответа, она уже сама мне все рассказала. Ну, в общем, она вас вовлекла в свою самодеятельность. Я приехал лично попросить вас не создавать нам лишних проблем. Но не дай бог с вами что-то случится. Согласитесь, все же лучше, если расследованием будут заниматься специально обученные люди, а не дамы с собачками. Добрый вечер. О-о-о. Я смотрю, подкрепление к вам прибыло. Добрый вечер. Здравствуйте, Игорь Александрович. Да. А что случилось? Да, слава богу, ничего не случилось. Вот приехал снять с поста Любовь Павловну. Поскольку у нас человек увлекающийся, могла и забыть, что она поручила ей следить за якобы подозреваемой. Я прав? Давайте угадаю. Наверняка здесь живет Марина Владимировна Сизова. Да? Да. Ну? Только, честно говоря, я только сегодня об этом узнала, правда. Лёля, подожди-ка. Ну-ка, Зяв, иди-ка сюда. Иди сюда. Тихо, ищи. Молодец. Молодец, Зяв. Ну что, я уверен, что здесь скрывается водитель, который пытался сбить Инну. Так, а ты куда собрался? Куда надо. Ну, хорошо, выходи только через заднюю дверь. Через двор пройдешь на соседнюю улицу, там как раз недалеко остановка автобуса. Ага, чтоб меня там собаки на куски порвали. Сама меня ментам сдала, а теперь собак науськать хочешь? Надоело. Да ты куда собрался-то, а? Да пусти, говорю. Опа. Я все скажу, только собаку уберите, а ее арестуйте. Так, Дмитрий Иванович, уберите собаку. Зевс, сидеть рядом. Вы тут главный. Ну, допустим. Я хочу сделать чистосердечное признание. Это все она одна меня шантажировала. Дмитрий Иванович, вы сможете задержаться, пока наряд не подъедет? Да, конечно. И вы тоже, Любовь Павловна? Да, дам собачек тоже польз бывает, да? Объявляю вам благодарность. Так, а вы быстро в машину. Собачки будут вас охранять, чтобы не передумали. Ага. Молодец, Зевс, молодец. Привет. О, Пальникова, ты как тут? Поздравь меня совершенно официально. Да? И по какому из дел? По Федотову. Надеюсь, ты меня Румянцеву не сдала? Ну, конечно, нет. Кстати, там столько подробностей, ты в прошлый раз мне даже половины не рассказала. Да? Ну и как? Есть зацепки? Есть о чем подумать. А по наезду на мою маму нет новой информации? Ищем. Так не зря вынюхивал уже. Куда ее? К вам? К нам, Следственный комитет. А вот, держите. Может быть, как улика вам пригодится. Хотя он, мне кажется, и так готов все рассказать. А откуда это у вас? Да сегодня Зев тут что-то копал, да лаял. Я вдруг вспомнил, что когда тебя ждали около больницы, Зевс вытащил этот лоскут из машины. Я еще думаю, что он так рвется, лает. Так это Зевсу тогда удалось догнать нашего гонщика и вырвать клок из штанов? Ну, получается, что так. Зевс, какой ты молодец. Молодец. Ну что, спасибо вам большое за помощь. И ну, сами обрадуйте. А вам, Дмитрий Иванович, придется проехать со мной сейчас. Свидетельские показания дать. Ну, раз надо, так надо. Надо. Проедем. Лёль, держи. Ага. Я вечером позвоню. Хорошо. Лёля, это ты? Это я, мам. Настя? На. Привет. Настя. Как ты? А Лёля где? А мы с ней у дома встретились. Она мне пряник отдала. У нее какие-то планы на вечер. Она торопилась, сказала, что раз я приехала, сама все расскажу. А что ты расскажешь, ничего не понимаю. Задержали этого придурка, который тебя чуть не сбил. Кто он? Да это не важно, мам. Самое главное, что его подговорила Марина Сизова. Сизова Марина? Терапевт? Да. Интересно, а чем это я ей не угодила? Ну, я пока в больнице была, подслушала, что, в общем, у них с Иваном Сергеевичем был роман. Ну так, до тебя еще, служебный, вялотекущий. А потом появилась ты, и все. Ладно, давай так, про роман
служебный, вялотекущий. Ты мне потом расскажешь. Иди сюда. Скажи мне, что ты в больнице делала? А, не переживай. Это просто по работе. О, Господи. Спасибо, что приехала. А ты чего, меня здесь ждешь? Ну да. У тебя же завтра выходной, я себе тоже сделала. Надо вместе побыть, а то я забуду, как ты выглядишь. Да я сам уже забываю. Это ты утром намекала на... Да-да, просто кто-то занудничать начал. Да все, ни звука, ни слова. Угу. Вообще буду весь вечер молчать. А что мы будем делать? Пойдем, там увидим. Пойдем. Прошу. Ну и чем же вам так не угодила Инна Перцева? Да, она здесь вообще ни при чем. Чем именно вас шантажировала Сизова Марина Владимировна? Ну, она 3 года назад помогла мне от военкомата откосить. Я школу закончила, осенью меня в армию забрали. Ну, узнавал через знакомых, рекомендовали ее. Денег ей дала, и она все устроила. С тех пор не видел ее и не слышал. А тут месяц назад позвонил и стал угрожать, что сдаст меня, если не помогу от этой бабы избавиться. Ну, которую по телеку криминальную хронику ведет. Можно поконкретнее, что именно Марина Владимировна попросила вас сделать? Да ничего конкретного она не просила. Ну, типа, избавь меня от нее и все. У нас с Иваном Сергеевичем был роман. Ну, по крайней мере, я так считала. Ну, он за вами ухаживал. Как часто вы встречались? Ну, я заходила к нему время от времени. На ночь я не оставалась. Потому что вокруг медики живут, и лишние разговоры нам были ни к чему. И вообще это был вопрос времени. Как скоро мы решимся наши с ним отношения обнародовать? Но Иван Сергеевич предпочел вам Инну Валерьевну. И вы решили ее устранить. Ну, я же вам говорю, что я просто попросила ее попугать. Ну да. А откуда вам стало известно, что Инна Перцева утром будет на вокзале? Ну, я подслушала ее разговор с подругой. Позвонила Никите. Он должен был просто поехать, понаблюдать и в соответствии с ситуацией как-то действовать. Ну вот я и решил, если что, устрою наезд и сам ее тебе шантажировать буду. Ну типа отстань, а то сдам как соучастника. А как увидел, что Перцева с собакой явилась, тут у меня вариантов больше не осталось. Я с детства собак боюсь. А сдаться-то почему вы решили? Так собака эта, которая меня покусала, у дома каждый день вертеться стала. Ну а потом вы подъехали. Решил, что Сизова меня сдала. Он вообще малолетний идиот и хронический параноик. Он после этого наезда бегал вокруг больницы, названивал мне. Орал в трубку так, я удивляюсь, как вообще никто ничего не заподозрил. Потом еще этот пропавший пациент. Иван меня отчитывает. А пациент – это Федотов? Ну да. Слушайте, это сейчас никакого отношения к делу не имеет, но, может быть, вы говорили о чем-то с Федотовым, пока вели его на обследование? Ну или он встретил кого-то из знакомых? Нет. Со мной он не разговаривал. Да он вообще ни с кем не разговаривал. Я его довела до лаборатории, оставила там, потому что мне пришлось отойти. Этот идиот мне названивал. Я отошла буквально на 1-2 минуты, вернулась, а Федотова нет. Ну, я подумала, что он зашел внутрь. Но потом мне опять начал этот идиот звонить. Автомобиль, на котором вы совершили наезд на Инну Валерьевну, владелец вам сам взять разрешил? Ну, я даже как зовут его не вспомню. Летом с другом в гараж к нему зашли, там ребята знакомые тусовались. Ну, замок гаража взломал, провода замкнул, да и все дела. Ну что ж, по крайней мере, мы теперь точно знаем, что к убийству Боголюбова эти двое отношения не имеют. Ну так что, тогда объединяем два дела, Федотова и Боголюбова? Нет, не объединяем. Убийством Федотова с завтрашнего дня официально занимается Пальникова. А она откуда вдруг? Ну, надо же. Я ведь думал, что это ты, Настя, информацию по Федотову слил. Значит, не ты. Кто-то поразговорчивый, значит, у нас есть. Ладно, расслабься. Отдашь ей утром записи из спорткомплекса и те из больницы. Пусть изучает. Ха, в конце концов, это ведь она Марину Владимировну вычислила. Это когда она успела-то? Ну вот успела как-то. Она вообще девушка стремительная, ты же знаешь. Знаю. Так, ладно, я поехал. Или можешь тебя подвезти? Не откажусь. Тогда садись, поехали.
Жалко, что именно этот сюрприз не удался. Тогда по молодости казалось, что вся жизнь впереди, что штамп в паспорте – ерунда. А в итоге 25 лет украденного у самих себя счастья. Вы, Настюш, с Денисом, не повторяйте наших ошибок. Ты давно Денису звонила? Привет. Привет, счастье мое. Ты что, спишь, что ли? Сплю. Завтра вставать рано. Прости, что я тебя разбудила. У меня тут безумное предложение. Давай поженимся. Давай, хоть завтра. Только чур основное торжество отложим до открытия нашего нового ресторана. Договорились. Я тебя обожаю. И я тебя. Ну все, спи. Целую. Возвращайся скорее. Ну вот. Доброе утро. Ну, наконец-то она проснулась. Очень вовремя. Наконец-то. Мне так не хватает, чтобы мы так с тобой просыпались вместе. Завтракали тоже вместе. Как я рад, что ты наконец-то это поняла. Прошу, уже почти все готово. Мы сейчас очень быстро завтракаем и едем. И ты посмотришь, подходит нам этот дом или я выберу другой. Какой дом? Ну, в котором мы будем жить все вместе. Нет, ну если ты не против, конечно. Хотя, может быть, я как-то неправильно понял твой вчерашний визит. Мой визит? А, нет, ваш визит, Любовь Павловна, ваш. По-твоему, это так теперь называется, да? Лёля? Дим. Лёль. Дим, я к тебе приехала, потому что я очень соскучилась. Я тоже соскучился, Лёля. Ты ставишь меня перед фактом, что ты выбрал дом, и мы едем его смотреть. А мое мнение тебе не интересно совсем. Какое мнение, Лёля? Я просто хочу понять, а мы с тобой вместе или ты сам по себе? Подожди, стоп. Я предложил посмотреть дом. Дом выбирают вместе.
А ты уже все выбрал, решил? А меня с собой так берешь, за компанию, как собачку. Какую собачку, Лёля? Я не собака. Что ты придумываешь? Лёля! Все, я вообще ничего не понимаю. Там в протоколах допроса еще версию про команду соперников несколько человек озвучили. Ну, в принципе, она вполне рабочая. Только вот, учитывая, так сказать, непростой характер Федотова, вряд ли кому-то из команды соперников удалось бы всучить ему эту отраву. Ну, а если они тренера подкупили? Он же ему доверял безоговорочно. Доверял. Ну, насчет тренера сомнительно. Он только-только свою команду вытащил на новый уровень. И чтобы вот так самому свое детище угробить. Он сегодня должен явиться по повестке. Попробуй, покрути. Хорошо. Только с Литовченко поговорю сначала. Кстати, тебе муж тоже достанется. Я еще не за это купил. Сейчас, мой хороший. Сейчас мальчик будет кушать. Моя хорошая собака. Давай. Здравствуйте. Привет. Кушай, мой хороший. Ты моя зайка. Кушай, мальчик хороший. Папа позавтракал, таблетки принял, пошел отдыхать. Зевса я выгуляла, два раза вокруг дома обошли. Вот сейчас кормлю. Спасибо. Все, а я поехала, пока. А вы куда? Я? А я на работу. А ты сегодня за сиделку. Вот такой расклад. Валентина Петровна, мы договаривались. Лёля, перестань бегать от отца. Пап, что случилось? Да вот, рассыпалась. Попытался собрать, так еще и палку уронил. Ничего, я все соберу. А это что такое? Откуда это у тебя? Это я фотографировал. Ну, сам. Сам? Когда? Твоя мать не разрешала мне к тебе приближаться. Так я приезжал, сидел на лавочке, ждал, когда вы выйдете. Так вот издали посмотреть на вас. Максим, ты уверен? Ну, ты думаешь, сработает? Дмитрий Иванович, даже не сомневайтесь. Ну, может, поругается сначала чуть-чуть, но это только от неожиданности. Я-то знаю. То есть на будущее твоей маме сюрпризы лучше не устраивать? Я так понимаю. Ну, почему же? Можно и устраивать. Только ее нужно как-то заранее подготовить. Ну и как, например? Дмитрий Иванович, давайте я вам позже перезвоню. А то мне на урок бежать надо. Деда я тоже предупрежу. Ну ладно. Я понял, пока. До свидания. Ну понятно. Что ничего не понятно. То есть о предложениях Федотову перейти в другую команду вы ничего не знаете? Нет. И думаю, что ничего такого не было, он бы мне рассказал. Да и никуда бы он не пошел. Ну а чего вы так уверены? Если бы ему предложили, к примеру, очень большую сумму денег. Да вы поймите, он раскрылся только в прошлом сезоне. С приходом Сергея Витальевича. Команду бы не стал подводить. Мы хотели все вместе в следующем сезоне выйти в первую лигу. Да, я знаю, что Федотов стал лучшим бомбардиром, но из-за этого вы оказались на скамейке запасных? И что? Считаете, можно из-за этого убить лучшего друга? Я еще раз сам пересмотрел все записи. Глухо. Так, давай дождемся, когда Пальникова освободится. К ней сейчас тренер должен прийти. Потом вы оба ко мне. Думаю, все-таки имеет смысл объединить оба этих дела. Федотова и Боголюбова. И что? Она теперь мне указания будет давать? Так, расследованием по-прежнему буду руководить я. Это ясно? Так точно. Разрешите идти? Иди и предупреди Настю, что жду вас обоих. Сразу после допроса тренера. Свободен. Я все равно ничего не понимаю. Ну хорошо, с мамой вы поругались. А при чем тут я? Лиза такое условие мне выставила.
Говорит, если хоть раз к дочери подойдешь, заявление в милицию напишу, что ты нам угрожаешь и преследуешь. А почему она так сказала? Что случилось-то? Была одна ненормальная, которая всячески добивалась меня. Мы из-за этого с Лизой расписались по-тихому. И квартиру в другом конце города сняли. С работой тогда было не очень. Я подрядился вахтовиком, уехал на полгода. Лиза поначалу мне писала, а потом как отрезала. Я едва дождался отпуска, примчался. Она беременная. Я говорю, почему не сообщила сразу. Она мне в ответ, я на развод подала. А почему? Ты ее не пытался остановить? Да я тогда сгоряча подумал, что она беременна не от меня. Поэтому и не сказал ничего, поэтому и разводится. Ну, в общем, наговорил всякого, психанул и уехал. Это уж потом, после, Тоня, подруга ее, мне все разъяснила. Сумасшедшая это, ненормальная. Она наговорила, не бог весть что обо мне. Что, как я уехал, я другую семью завел, фотографию какую-то подсунула. А на том снимке я и вовсе с одноклассницей своей. Это еще до знакомства с твоей мамой было. А Лиза, видать, поверила. Как же так получается? Какой-то ненормальной она поверила, а с тобой даже не поговорила? Она и Тони-то толком ничего не рассказывала, хотя они подругами были. Вообще запретила ей эту тему поднимать. Это уж потом Тоня не удержалась. Встретила как-то эту сумасшедшую, прижала ее к стенке. Да, давай орать, как оглашенная, что, дескать, если я их вместе увижу, ну, то есть нас с Лизой, их не трону. А вот дочурку их найду и придушу. И мне, говорит, за это ничего не будет, у меня справка есть. Какой-то кошмар. Наверное, тетя Тоня маме это рассказала, она стала бояться за меня. А почему вы просто не уехали отсюда вместе? Я предлагал. Через год, когда вернулся, ты уже родилась. Тоня мне уже за это время рассказала, что к чему. Я перед Лизой на коленях стоял, я упрашивал ее. Она ни в какую. Да ладно. Что ворошить-то? Вот так вот. Приезжал тайком. Смотрел на тебя издали, как ты растешь. Подарки через Тоню посол. Вроде как от нее. Это что получается? Все эти годы. На Новый год, на день рождения. Подарки были от тебя? Я помню, еще мама ругалась на тетю Тоню, что подарки такие дорогие. Папа. Все хорошо. Не плачь. Все хорошо. Да такие футболисты, как Антон, они раз в 100 лет рождаются. Понимаете, у него талант от Бога. Ну, может, поэтому его и попытались переманить. Ну, как переманить? Он говорил, был звонок, пообещали ему квартиру, миллионы какие-то. Ну, в общем, все блага, какие он пожелает. И что? Ну, это же Антон. Он их и слушать не стал, послал и все. Но своему лучшему другу Ивану Литовченко почему-то об этом не рассказал. Это я попросил ни о чем не рассказывать. Понимаете, Иван хороший парень, но он мог проболтаться невзначай. У Антона в команде отношения, ну, так, не очень. Понимаете, пошли бы слухи, стали бы шушукаться, может, подначивать бы стали. Ну, я и попросил сохранить все в тайне. А девушке своей Соне мог рассказать, как думаете? Она же не общалась с командой? Не уверен. Хотя, даже если бы Соня и узнала, я думаю, она бы одобрила. Все-таки Антону с Соней очень повезло. Она вокруг него, знаете, создавала такой вот уют, комфорт. Мне кажется, он рядом с ней только по-настоящему и расслаблялся.
Вообще, Иван рассказывал, что у Антона мать была похожая. Такая же хлопотушка, все о нем заботилась. А вам как удалось с ним контакт наладить? А, да это ничего сложного. Тут главное было на Антона, ну, понимаете, не давить. Лучше сесть потом, поговорить, разобрать прошедший матч, грамотно подвести его к нужным выводам. Ну, как будто он сам до всего дошел. И все, никаких проблем. Я считаю, что отец его своим авторитаризмом затерроризировал. То есть получается, что Федотов доверял только вам и Литовченко, так? Ну, получается, да. На последней игре предыдущего сезона Федотов получил травму. Ваш врач назначил лечение и отпустил Федотова домой восстанавливаться. Но перед этим Федотов сдал кровь. И по результатам никаких запрещенных веществ у него в крови обнаружено не было. А вот результат анализа крови после вскрытия. Сначала анаболики, прием которых обернулся для Федотова инфарктом. И какое-то, пусть и непродолжительное время, вместе с анаболиками он принимал еще и антикоагулянты. Убойное сочетание, в самом прямом смысле слова. Потому как анаболики усиливают риск внутреннего кровотечения, что и послужило причиной смерти. Подождите, то есть получается, что его все это время намеренно травили, что ли? Именно. И самое логичное, что я могу предположить в этой ситуации, после его отказа перейти в другую команду, представители этого клуба вышли на вас. Но не для того, чтобы уговорить Федотова, а для того, чтобы помочь им от него избавиться. Я? Да я на эту команду 2 года положил. И вы хотите сказать, что я своими руками избавляюсь от форварда, без которого мне в первую лигу не выйти? Да вы как себе представляете-то это? Ну, когда на одной чаше софт-тренерские амбиции, а на другой очень большие деньги, тут, мне кажется, любые варианты возможны. Вот как так мы с Димой познакомились. Я думала, что он маньяк, а он меня даже спас. Это ж надо подумать. Дима – маньяк. Любаш, ты сама посуди. Он же с собаками работает. А знаешь, как они верно людей чувствуют? Ну да, это правда. Мне иногда кажется, что Дима собак лучше понимает, чем людей. Ну что, супчик разогрею? А давай. Ну хорошо, какие варианты вы себе напридумывали? К вам приходит Федотов, рассказывает о звонке от ваших соперников и говорит, что отказался и послал самого президента клуба далеко и надолго. Кстати, о какой именно сумме речь шла? Да я как-то не поинтересовался. Сомневаюсь, что Федотов вам ее не озвучил. И тогда вы, подумав, сами связываетесь с представителями этого клуба и называете ту же сумму или большую и говорите, что готовы помочь. Девушка, вы абсолютно ничего не смыслите в футбольной кухне. Ну хорошо, продолжайте. Что я сделал? Сначала вы приезжаете к Федотову в гости, якобы озаботившись его здоровьем, и привозите упаковки спортивного питания с добавкой в виде анаболика. Затем, когда эти упаковки у Федотова заканчиваются, уже Литовченко покупает пару упаковок в спортивном магазине. Но, как он показал на допросе, вы попросили его приехать в спорткомплекс, чтобы вроде как поговорить об Антоне. Он приезжает, вы просите сходить его в буфет за пирожками к чаю. А сами тем временем подменяете упаковки с питанием, только на этот раз с добавкой в виде антикоагулянта. Литовченко отвозит их Федотову, и вам остается только дождаться, когда Федотов явится на тренировку. А уж там вы бы нашли способ устроить ему травму так, чтобы ее не сразу обнаружили. Послушайте, вы себя слышите? Да это ж бред какой-то. Ну, просто фантастический бред. Возможно. Только давайте факты сопоставим. Есть некоторые нестыковки в ваших показаниях и, к примеру, охранников. В 10:05 вы выехали со служебной парковки, а вернулись только спустя 1.5 часа. Где вы были? Я ездил по личным делам. А именно? Вы знаете, личные дела, они на то и называются личными, чтобы о них никто не знал. Ну, не тогда, когда речь идет о вашей свободе. В таком случае я вынуждена вас задержать. Да подожди.
Подождите, вы на каком основании-то? На 48 часов для выяснения обстоятельств. Оформи, пожалуйста. Угу. Растолкуй, пожалуйста, поподробнее, какова твоя версия? Если это действительно тренер травил Федотова, то, узнав, что он в больнице, он мог занервничать. Сказал Федотову, чтобы тот уходил. А встречаются, например, у Сони. Надо будет у нее уточнить, мог ли Федотов знать, что она в отъезде. Так вот, мы знаем, что Федотов добирался до дома на автобусе, так что тренер вполне мог его опередить и... Но в парадную-то Федотов зашел один. Тренера на камере не видно, а вот Литовченко засветился по полной. А сейчас, исходя из твоей логики, получается, что он невиновен, хотя он мог точно так же обогнать автобус, на котором ехал Федотов, и встретить его на остановке. А зачем он тогда потом бегал, ломился, звонил, стучал в квартиру Сони? Ну, как отвлекающий маневр, например. Так, успокоились оба. Ваши фантазии и домыслы суд не примет. Нужны улики. А с этим у нас пока, скажем прямо, не густо. Ну, будем искать. Будем искать. А по убийству Ивана Сергеевича нет новой информации? Пока нет. Работаем. Мы все лапы помыли. Мам, ты что встала? Да надоело мне с ним сидеть. А ужин Лёля приготовила? Сама приготовила. Это совсем не трудно, если приноровиться. Потом... Ешь, садись. Я и так Лёлю загоняла, пока тебя не было. Я вот что подумала. Раз уж ты такая бодрая, может, ты предложишь Румянцеву свою помощь? Как я ему помогу? Я дома сижу. Ну, что если по телевизору, в твоей программе, попросить отозваться свидетелей, тех, кто мог видеть Ивана Сергеевича в тот день возле моста? Ну, он же достаточно известным человеком в городе был. А это неплохо. Как я сама не додумалась. Ешь. Ешь давай. Это хорошая мысль. Угу. Ага. 11:57. Уже стоит. Ага. 12:10 еще стоит. Володь, что там у тебя? Да вот, я взял запись с автопарка, с видеорегистраторов автобусов. По этому мосту автобусный маршрут проходит. Молодец. И что? Ну вот, видишь, машина стоит. Я отправил запрос в ДПС, чтобы владельца установили. Но вдруг он что-то видел. Ну, правильно. Ой, чуть не пропустила. 23 января, во вторник, недалеко от стадиона на льду, под мостом, был обнаружен труп заведующего терапевтическим отделением Боголюбова Ивана Сергеевича. Большая просьба ко всем, кто мог видеть Ивана Сергеевича, в этот день позвонить в Следственный комитет. Телефон вы видите сейчас на экране. Извините, вы Пальникова? Да. Там вас Панфилов зовет, хочет в чем-то признаться. А отведите его в кабинет Румянцева. Хорошо. Скажите, я могу рассчитывать на вашу порядочность? Что, простите? Ну, я уже говорил, что у меня нет алиби по очень личным мотивам. Я могу рассчитывать, что моя информация не уйдет дальше материалов расследования? Нет, вы не волнуйтесь. Мы посторонних в подробности расследования не посвящаем. Значит так, оба раза, когда с Антоном беда случилась и когда доктора убили, я был у любовницы. Ну, поймите, я женат, она замужем. Поэтому и не говорил ничего. Но сейчас обстоятельства вынуждают. Имя, фамилия, отчество, любовница. Авдеева Людмила Алексеевна. Я тогда в понедельник после звонка Антону очень расстроился. Посмотрел, ребята еще только съезжаются. А она работает недалеко от стадиона, в магазинчике. Продавщицей. Ну, я и пошел к ней. А у нее с утра ревизия была, она вся взвинченная. В общем, мы с ней поругались. Поссорились. И что, все полтора часа, что вас не было, ссорились? Да нет. Я вернулся к стадиону, сел за руль, сделал круг по городу. Ну, я за рулем всегда успокаиваюсь. Кстати, я маршрут помню, можете по камерам посмотреть. А на следующий день, когда вы с Боголюбовым о встрече договаривались? Угу. Да нет, я же сказал, я вышел. Подождал его 10 минут. Ну, его нету. Я ему набрал, не отвечает. Но я подумал, опаздывает, подъедет, сам наберет. Ну и пошел к Людке. Ну, в смысле, к Людмиле Алексеевне.
мириться. Помирились? Ну да. Ну, там я на 2 часа и завис. Кстати, там над входом тоже камера есть. Можете проверить. Сейчас вы напишите подробно свои показания. Мы все проверим. Можно уводить. Угу. Пойдемте. Так, 2 кератиновых шампуня. Оксид остался только 6. Надо купить 3 и 9. Да, Валентина Петровна. Алло, Любаш. Любаша, приезжай. У Паши плохо с сердцем. Скорую я вызвала. Ну что ж ты меня не предупредил? Он как только увидел этот репортаж, узнал про Ивана, ему сразу и поплохело. Так, я поняла, скоро буду. Если скоро приедет, пускай меня дождется. Я скоро. Хорошо. Девочки, я ушла. Здравствуйте. Врач в доме? Здравствуйте. Да, в доме у пациента. Угу. Здравствуйте. Я дочь. Ну, как он? Поздняя постинфарктная стенокардия. Понервничал ваш отец. И вот, укольчики я сделал, болевой синдром снимет. И поскольку папа ваш 3 дня как из больницы, я бы настаивал на госпитализации. Сопровождать будете? Доктор, а может быть, как-нибудь без госпитализации обойдемся? Дом-то оно как-то получше. Вы пропишите, что надо делать, а мы все четко будем исполнять. Я верно, пап, говорю? Да, дочь. Да. Дома, знаете, и стены помогают. Да. Ну что ж, дело ваше. Препараты я сейчас выпишу, но наблюдаться у врача с таким диагнозом нужно постоянно. А если приступ повторится, нужно немедленно в больницу. Конечно, конечно. Мы уж постараемся, чтобы приступ не повторился. Да, пап? Давление стабилизировалось. 130 на 90. Это радует. Я понимаю. Здравствуйте, вот я принял документы, пожалуйста. Ну, тогда я просто передам, что да, звоните. О, Пальникова, я как раз тебя ищу. Алиби тренера проверили, его любовница все подтвердила. Что, отпускаем тренера? Разве что завтра, если все получится. Что получится? Ну, у меня есть одна идея. А что там с машиной, которая на видеорегистратор попала? Ну, владельца установили, некая Вера Ипатова. Она трубки не берет, и телефон не в сети. Но я пытаюсь дозвониться. Ладно, я там соседку снова вызвала. А ты не расстраивайся. Ответит рано или поздно. Всего доброго. Главное, чтобы не поздно. Добрый день, это следственный комитет. Вы сегодня звонили. Ваше обращение? Да из-за этих грузчиков весь подъезд до ночи не мог успокоиться. Это ФИФА. С 3-го этажа попросил их, чтобы они стиральную машинку, посудомоечную машинку, я не знаю, что там еще ей привезли, все распаковали на лестничной площадке. Ну, дескать, у нее капитальный ремонт только что закончился, и ей весь этот мусор в квартире не нужен. Она уверяла, что она дворников попросила все это убрать. Ну, а те что? Ну, деревянные рейки, картон, конечно же, они забрали. А пенопласт? Весь своими ножищами раздавили, так весь он по подъезду и летал. Да? В общедомовом чате такой вой поднялся. А вы можете меня добавить в свой этот общедомовой чат? Конечно. Вы сами заодно и посмотрите, что там творилось. Бедная уборщица до утра потом подъезд драила. Говорите номер телефона. Слушай, может, я останусь? По очереди будем дежурить. Да нет, я справлюсь, спасибо. Отдыхайте. Ну, может, Диму позовешь помочь? Ну, может. Хоть, знаешь, побудете вдвоем. О, Господи, а то все навалилось сразу. Вот беда, а. Здрасте. И вам не хворать. Нет, не сегодня. Все, пока, Зевс. Все, девчонки, я ушла. Пока. До свидания. До свидания. Я не вовремя, да? Нет, все нормально, заходи. Мне просто поработать надо, а там к маме все ее коллеги приехали после репортажа. Я на 2 часа. Да мне хоть до утра, у папы приступ случился, придется всю ночь дежурить. Так, давай по очереди. Ну, разберемся. Ты голодная? Ну, да. Ладно, раздевайся, мой руки, проходи, я сейчас ужин разогрею. Зевс, пойдем, я тебя тоже покормлю, пойдем. Максим, да все в порядке. Обещаю, завтра уже встану на ноги. Но не могу же я вас с Дмитрием так подвести. Максим, слушай, сейчас неудобно говорить. Давай, завтра созвонимся. Нет, ну вот скажи мне, как можно, живя в одной квартире, не замечать, что спортсмен на твоих глазах превращается в развалину?
Это при том, что, судя по показаниям что Литовченко, что тренера, она просто порхала вокруг него, пылинки сдувала. Мчалась каждую его хотелку исполнять. А тут взяла, спокойно уехала к подруге на день рождения. Ну да, как-то не клеится совсем одно с другим. Вот и я хочу с ней завтра побеседовать. Я же забыла ее вызвать. Да поешь спокойно, потом позвонишь. Потом поздно будет. Сейчас. Да, слушаю. Софья Алексеевна, здравствуйте. Меня зовут Анастасия Пальникова. Я веду дело Антона Федотова. Хотелось бы уточнить у вас кое-какие детали. Вы можете завтра к 12 подойти в Следственный комитет? Да, хорошо, я приду. Пропуск для вас будет у дежурного. 11 кабинет, следователь Анастасия Пальникова. Как, простите, Паяльникова? Пальникова. Да, извините, сразу не расслышала. Записала. Буду завтра в 12 у вас. Всего доброго. До свидания. Я где-то слышала этот голос точно, только не помню где. А есть фотография этой девушки? Ну, есть в деле. Так она придет ко мне завтра. Я покажу тебе потом. Я тебя подвезу на работу. Угу. Я же не видела. Да, это понятно. Вот она. Добрый день, Софья Алексеевна. Это я вам звонила. Да, здравствуйте. Получайте пока пропуск, а я сейчас подойду. Хорошо. Ну что? Да, это она. Здравствуйте. Здравствуйте. Боялась, что опоздаю, пока по переходам добежишь. Я просто с поезда на поезд. Третье купе. Спасибо. Откуда она в этой деревне? Загранпаспорт. А что это за станция? Кислова. Мне еще проводница рассказывала, что на этой станции останавливается только один поезд, который до Москвы едет. Тетя Люб, это все потом. Скажи, ты на 100% уверена, что это она? 100%. Она еще загранпаспорт показала, я поэтому внимание на нее обратила. Пойдем, мне нужны твои свидетельские показания. Заходи. Пальников, почему опаздываешь? Извините, Игорь Александрович. Это Соня убила Боголюбова и Федотова. Что? А как она могла убить Федотова, если ее не было в городе? Мы проверили. Она выехала в ночь на понедельник, а вернулась во вторник ближе к полудню. Вот, показания Молодцовой Любови Павловны. Технари уже пробили по базам РЖД. Так и есть. Гражданка Ефимова выехала в ночь на понедельник поездом на Москву, но до Москвы так и не доехала. Почти сразу оформила обратный билет в мобильном приложении, воспользовавшись загранпаспортом. А вы проверяли по номеру общегражданского, да? Ну, а... Подожди, так получается, что когда Федотов был в больнице, она ему звонила не с... Нет, она звонила с вокзала сразу, как из поезда вышла. Володя, что по машине? Ну, до хозяйки машины я так и не дозвонился. Ну, попросил ДПСников, чтобы они отследили ее маршрут, насколько это возможно. Жду. Пока ждешь, я тебя очень прошу, можешь оперативно скинуть ее фото грузчикам? Тем, которые видели женщину в пуховике, которая то ли выходила, то ли входила в подъезд. Помнишь, они еще путались в показаниях? Настя, подожди. Ну, с Федотовым еще куда ни шло. Но, а с Боголюбовым как ты себе это представляешь? Он же статный мужчина был. Она пигалица перед ним. Ты думаешь, вот так вот легко можно такого здоровенного мужика с моста столкнуть? А там ограждения низкие, к тому же скользко. Ну, если не ожидать удара, то любой от сильного толчка мог бы улететь. Так, сейчас. Слушаю. Свидетель нашелся? Так, сейчас Володя спустится и возьмет контакты. Ну вот. И объявление твоей мамы сработало. Yes. Так, пока Настя занимается Ефимовой, иди разберись. А? И фото Сони ему покажи. Покажу. Ну, Пальникова. По убийству Ивана Сергеевича Боголюбова информации предостаточно. Вот показания грузчиков. Прежде часть из них опознала вашу соседку, которая возвращалась из магазина. А те, что были у машины, видели, как из подъезда выходили именно вы. Далее мы отследим маршрут вот этого авто.
И я более чем уверена, что за рулем были именно вы и вели Боголюбова от самой больницы. Потому что в 11:40 вы находились на парковке через дорогу от больницы. А вот показания свидетеля, видевшего вас неподалеку от моста, где позднее было обнаружено тело Боголюбова. Так чем Боголюбов-то вам был опасен? Так, простите, вы из этой квартиры? Нет, нет, я выше этажом живу. Показалось, что дверь открыта. Вот, подошла, проверила. Дверь закрыта. А Антон Федотов здесь живет? Да-да. Девушка! А? Подождите, пожалуйста. Вы не могли бы сегодня вечером еще раз позвонить в эту квартиру? Если откроет или ответит. Позвоните мне, пожалуйста. Буду очень признателен. Угу. Спасибо. Пока в бабкиной квартире ночью отсиживалась, сообразила, что мы можем тут у вас на допросах столкнуться. Я думаю, он видел, как я из квартиры выходила. Взяла у подруги машину. Она в Таиланд всегда на зиму уезжает, разрешает пользоваться. Приехала утром к больнице, позвонила. Он говорит, хочу к тренеру поехать. Пришлось ехать за ним следом. Ну, а дальше вы и сами все знаете. Да, вернемся теперь к Федотову. Вы изначально планировали убить его? Нет, конечно. Он, когда мне рассказал, что за предложение мы сделали, я так обрадовалась. Там контракт был на несколько миллионов. Но он же ни в какую уперся, и все. Еще гордился тем, что самого президента клуба отшил. Ну, я нашла у него номер, позвонила. Президенту клуба? Нет. Я думаю, это кто-то из его помощников был. И о чем договорились? Что я уговорю Антона перейти к ним в клуб. Но это же бесполезно. Разругались с ним в пух и прах. Тогда он сказал, что нужно вывести Антона из игры, а заодно и тренера подставить. План был простой. Поменять упаковки со спортивным питанием. А дальше Федотов едет на матч, выходит на поле. Мяч ему прилетит или толкнет кто-нибудь. При той дозе крови разжижающих, что он принимал, внутреннее кровотечение обеспечено. А дальше проверки, разборки, скандал. Тренера отстраняют, а команду дисквалифицируют из турнира. Имя и номер заказчика. Имя, я думаю, не настоящее. А номер в телефоне на бабкиной квартире. Я специально его купила, чтобы с помощником общаться. Только номер, думаю, тоже левый. Он, когда узнал, что Антон того, вообще перестал на звонки отвечать, а сейчас и вовсе абонент не абонент. То есть убийство Федотова вы совершили не по заказу, а по собственной инициативе? Так получилось. Когда Ваня сказал, что он хочет с Антоном в больницу поехать, я занервничала. Позвонила заказчику. Он сказал, что никаких денег я тогда не получу. Пришлось вернуться. Приехала домой, а его уже нет. Думаю, значит, в больницу поехали. И меня такая злость охватила не передать. 2 года жизни я этой нюне сопли потирала. Позвонила ему. Он говорит, анализы надо сдать. Но я ему и выдала, что он развален, и я о футболе может забыть. А если анализы сдаст, то и тренера подставит. Зачем? Чтобы психанул и домой вернулся. А если бы он Литовченко рассказал? Не рассказал. Я сказала, что если кто-то об этом узнает, то он тренера подставит. Пусть приезжает домой, я все расскажу.
Настя, а помнишь, ты пирожочки приносила такие вкусные? Это ж твой парень пек. Денис, он и сейчас их печет. Только он ко мне в Питер переехал. Жаль, я бы сейчас съел парочку. Володь, да подожди ты с едой. Настя, ты обещала рассказать, почему ты вообще Соню заподозрила. А, я в отчете криминалиста обратила внимание на этот пенопласт. Какой еще пенопласт? Слушайте, ну правда, пойдемте куда-нибудь в кафешку. Я так хочу чаю. Ну ладно, пошли в нашу. Полночи изучала общедомовой чат, о котором рассказала Ковалева. И это хорошо, что нашелся такой въедливый жилец, который рано поутру осмотрел весь подъезд и честно написал благодарность уборщице, так как не нашел ни одной крошки пенопласта. А согласно заключению экспертов, эти самые шарики пенопласта были обнаружены в подошвах к зимней обуви Боголюбова, Федотова и Сони. И если с Боголюбовым все понятно, он приходил к Федотову как раз, когда там вовсю трудились грузчики. Ну да. То вот вернувшийся только к полудню вторника Соня никак не могла их нацеплять. Тем более в таком количестве. Ну ты смотри, Пальникова. Ну вот молодец так молодец. Да, Володь? Слушай, Настя, переводись к нам. И раскрываемость повысим, и Денис твой будет пироги здесь печь, а не в Питере. А то эти жрать можно только с большой голодухи. Ну да, да. Я смотрю, ты уже третье добиваешь, да? А вот про раскрываемость повысим, это я тебе запомню. Игорь Александрович, так запомню, я же это... Я не про вас, а это то, что Настя молодец, и да и вообще... Да ладно, расслабься. Доедай уже, дожевывай. Да я бы с радостью к вам перевелась. Но это разве что Игорь Александрович похлопочет. Так, Пальников, ты мне глазки не строй, это бестолку. Если б только от меня это зависело. Да потом хлопотно с тобой. Но никогда же не угадаешь, что ты еще отчебучишь. Да, Володь? Ага. О, слышь? Ого. Зевс, ну скажи мне, ну что, я правда была не права? Зевс, ну что ты думаешь? Может, я действительно не права была. А что делать? Ну, хочешь, я им позвоню? Ну, правда, позвоню, извинюсь. Что сказать? Дима, извини, я была не права, так? Ну что ты молчишь? Смотри, кто-то к нам приехал. Кто это? Пойдем узнаем. Пойдем посмотрим. Вперед. Идем. Мам, тебе помочь? Нет. Нет, не надо. Привет. Я сама. Привет. Привет. Девочки, ну что же вы не позвонили? Я приехала. Я вас встретила. Аккуратненько. Да ничего, добрались. Наездилась уже. Ага. Просто я подумала, что без тебя нечестно рассказывать. Да. Ну, пойдемте в дом. Лёля, дай я хоть воздухом подышу. Это что же получается, она из-за денег убила человека, с которым жила, которому говорила, что любит? Ну, я задала тот же вопрос. Она говорит, что это ее бизнес-проект, ничего личного. Поэтому терпела. А он не оправдал вложенных в него стараний. Он только в квартиру вошел, она его битой в висок. А потом его ногой в бок пнула. Кошмар какой-то. А Иван Сергеевич, чтобы он не опознал ее случайно на допросах в следственном комитете. Что? Что, простите? Ну, она боялась, что он видел, как она из квартиры Федотова выходила. Бред какой-то. Согласна. Лучше бы она до столицы доехала. Все были бы живы. Валентин Петровна, ну что вы кричите? Папе только лучше стало, вы тут про убийцу. Да ему еще сейчас лучше станет, когда он узнает, что эту гадину поймали. Скажи, Паша. Верно, Валя. А если еще и ужином накормят, так и вовсе поправлюсь. Накормлю, накормлю. А то готовишь, готовишь, и никто ничего не ест. Пап, тебе правда лучше? Я очень хорошо себя чувствую, ты не переживай. Ты мне лучше скажи. Ты Дмитрию позвонила? А вот сейчас я позвоню. Угу. Позвони. Алло. Дим, привет. Привет. Я тебя приглашаю на ужин. Папе просто нужны положительные эмоции. Я поняла, что самое положительное, что может быть, это ты. Хорошо, приду. Ой, это Дима, что ли, так быстро пришел?
Мам, привет. Ты только не переживай, я все объясню. А ты как здесь? А так я взрослый уже. Это я ему купил билет, а друга попросил, чтобы посадил на поезд. А здесь встретил. Так а что случилось-то? Так у деда завтра день рождения. Ну, мы не могли тебе сказать, ты всю неделю была занята. Он бы сам не сказал, стесняется же. Ну что вы стали, раздевайтесь, проходите. Ну что, я очень рада, что сегодня мы так неожиданно все вместе собрались. Правда, я знаю, что у папы никакого дня рождения завтра нет. Просто колитесь, кто и все придумал. Мам, это была моя идея. Отчасти это моя идея. Валентина Петровна, вы были в курсе всей этой самодеятельности, да? Лёля, ни ухом, ни рылом. Да нет, это я боялся сказать это наедине. Что сказать? Павел Анатольевич, я прошу руки вашей дочери. Дима, я давно уже согласен. Ты Любу спрашивай. Тут сложнее уже. Любовь Павловна. Сейчас я не подготовился. Сейчас, ну вы. Любовь Павловна, выходите за меня замуж. Так, а вы все знали, да? Знали. А я не понял, был ответ или нет? Был ответ или нет? Да. 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 Наконец. Горько. Ой, подождите. Есть один нюанс. Какой еще нюанс? Я совсем забыла тебе сказать. Какой? Я еще не развелась. Да ерунда это все. Горько. 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 Горько.